уважаемые коллеги, друзья, мы начинаем очередную панельную дискуссию, организованную в рамках платформы «Пространственное развитие». Организаторы – научно-исследовательский центр Олега Григорьева «Неэкономика», архитектурное бюро «Остоженко», Международная академия архитектуры, отделение в Москве и Институт территориального планирования «Урбаника». Это первое наше мероприятие в новом году. Спасибо спикерам, экспертам и гостям за то, что вы пришли и изыскали возможность принять участие в нашем разговоре. Для нас это значит, что заявленная тема дискуссии актуальная, важная, интересная для профессионального сообщества и лидеров мнений. Также это свидетельствует для нас, что площадка пространства Plutón Project и в целом центр дизайна ArtPlay создают необходимую среду для такого рода активных коммуникаций, является местом, в котором формируется нечто устремленное в будущее. Благодарим за поддержку партнеров мероприятия Plutón Project, ArtPlay, ArchMoscow, информационных партнеров, канал ArtPlay Today, журнал ProRus, проект «Россия». Итак, тема нашей дискуссии – экономика в городе или экономика города. Позвольте представить участников дискуссии. Алексей Викторович Новиков, президент Habitatum. Николай Петрович Кикава, заместитель директора по научной работе НИИПИ «Градплан города Москвы». Татьяна Дмитриевна Полиди, исполнительный директор фонда «Институт экономики города». Владимир Викторович Климанов, специалист в области межбюджетных отношений и региональной экономики, заведующий кафедрой Института общественных наук РАНХИКС, Олег Вадимович Григорьев, экономист, научный руководитель Центра «Неэкономика», государственный советник первого класса, Олег Артемович Баевский, профессор Высшей школы урбанистики, Высшей школы экономики. С нами эксперты сегодня: Андрей Владимирович Боков, народный архитектор Российской Федерации, Александр Андреевич Скокан сейчас подойдет, руководитель архитектурного бюро «Остоженко», Сергей Анатольевич Десятов, генеральный директор Центра дизайна ArtPlay, Юрий Геннадьевич Виссарионов, главный архитектор ЦНИП Минстроя России, Анна Андреевна Нестерова, главный специалист отдела по связям и общественности НИИПИ «Градплан Москвы», Олег Дмитриевич Григорьев, первый заместитель директора по производственным вопросам Института генплана Москвы, Айрат Рауфович Ахметов, руководитель Центра градостроительного моделирования Института генплана Москвы, Нарине Грайровна Тютчева, генеральный директор архитектурного бюро «Рождественка», руководитель РЕШ-школы, Дмитрий Андреевич Ходько, руководитель направления «Кластерный анализ и пространственное развитие» АНО «Институт внешэкономбанка», Александр Юрьевич Ложкин, советник мэра города Новосибирска. Да, и Александр Ильич Шарыгин, руководитель проекта пространственного развития научно-исследовательского центра «Неэкономика». Итак, основные тезисы и вопросы для обсуждения. Городская экономика – один из ключевых драйверов экономического развития постиндустриальных стран. Насколько пространственная структура российского города является барьером для создания современной экономически эффективной городской среды? Может ли территория города быть его экономическим активом, капиталом? Что может сделать городская власть, чтобы этот капитал заработал? Каковы условия и инструменты достижения такой цели? И городское публичное благо, что это и как его создавать? Алексей Викторович, вы у нас сегодня первый. Вот, я хотел два слова прежде сказать о структуре нашего сегодняшнего мероприятия, дискуссии. Я прошу спикеров, поскольку у нас сегодня то, что называется, пришли все, быть краткими, содержательными, 10 минут. Вот. Потом мы передадим слово экспертам. Это будут вопросы или суждения, просьба держаться 3 минут в своих высказываниях. И дальше мы вернем разговор спикерам для как бы рефлексии в процессе нашего разговора. Итак, Алексей Викторович, в чем коренные особенности и отличия городской пространственной экономики как области экономики в целом? Какие ключевые проблемы, на ваш взгляд, препятствуют развитию городской экономики в Российской Федерации?
Спасибо большое. Мне очень приятно участвовать в этой дискуссии, поскольку она междисциплинарна для урбанистики. Междисциплинарность – это самое главное. И сейчас я попытаюсь, на самом деле, объяснить, почему такое название. Когда мы общались с организаторами, собственно, я вспомнил одну горячую дискуссию, которая шла в рамках Института экономики города по поводу агломерации как источников экономического роста. И, как вы знаете, экономические власти в стране, многие экономисты, очень добросовестные экономисты, они восприняли эту идею очень горячо и начали искать в агломерациях, они их как бы впервые, по всей видимости, увидели как какие-то источники экономического роста, города и агломерации. Агломерации здесь не главное слово, главное, что они увидели урбанизированную среду, которая может им каким-то образом помочь с планами на экономический рост. И сначала мое личное удивление состояло в том, что неужели действительно они увидели в этом какой-то ресурс, они поняли город как экономический капитал в том числе. Оказалось, что нет. Оказалось, что подход, который возобладал, он состоял примерно в следующем. Город – это прежде всего жилье, жилье – это прежде всего строительная индустрия – это заказы на металл, на цемент и на всякое прочее, прочие материалы. Город – это транспорт, это заказы на транспортные, на подвижные составы, на транспортные средства, это строительство дорог и так далее. То есть в конечном итоге это инвестиции в определенные сегменты экономики, которые так вот сложилось, что эти сегменты находятся в городе, да, и в том числе они рассматривали, разумеется, и предприятия, которые составляют городскую экономику, но не экономику городского пространства. И вот когда эта дискуссия развивалась, мы в конце концов вот придумали это различие. Экономика в городе – это та экономика, на которую смотрят традиционно вот экономические власти и классические экономисты, которые пытаются внутри города вот развивать то, что там есть. А экономика города – это совсем другое. Это экономика городского пространства, понятого как экономический капитал. Это различного рода агломерационные, экономические агломерационные эффекты. Это так называемые в экономике позитивные экстерналии или негативные экстерналии. И вот этого по этому поводу вообще никто толком ни о чем вообще не говорил. И, собственно, вот задача этой дискуссии, как нам кажется, все-таки поговорить об экономике города, об экономике городского пространства как экономического капитала и, собственно, найти какие-то правильные в этом отношении термины. И противопоставить вот такому каталожному взгляду на город, взгляду библиотекаря, да, взгляд как бы человека, который находится в парке, да, то есть который видит пространство, который понимает, как оно устроено, для которого маршрут в этом пространстве. Это и он осмыслен, и как элемент комфорта, и как элемент экономики. В этом отношении мне хотелось бы привести несколько цифр, достаточно интересных, на мой взгляд. Как вы знаете, экономика в целом, да, делится на два таких принципиальных сектора, ее можно разделить. Это так называемые неторгуемые и торгуемые товары, да, то есть non-tradables и tradables. К non-tradables относятся услуги и недвижимость. И почему мы об этом говорим? Потому что и услуги в большинстве своем, и недвижимость, они находятся на месте, и мы к ним перемещаемся, не они к нам. Товары могут перемещаться к нам, а вот к услугам и к недвижимости перемещаемся мы. И в структуре современного города, экономики современного города, вот эти non-tradables, к которым нужно ездить, составляют 80%. 20% – это товарная экономика, вот эти вот tradables. Поэтому организация пространства внутри города, по которому нужно ездить, она является весьма нетривиальной задачей. Градостроительство и архитектура в этом случае являются мощнейшими экономическими агентами того, каким образом эта среда может функционировать.
Что мы видим в современном городе? Практически вся его инфраструктура, в основном, да, вся его как бы пространственная организация подчинена прямо противоположному. Она подчинена вот этому сектору производства товаров, да, которых всего 20%. Если мы посмотрим на еще более интересный параметр, сколько времени мы тратим на обязательную работу в течение своей жизни, то этот показатель будет 12%. Ну, в остальное включается и детство, и старость, и сон, и отдых, и так далее. Но 12% связано с работой, 88% связано со всем остальным. Город спланирован, современный фордистский город спланирован прямо наоборот. То есть все только под работу. Маятниковые миграции, транспортные системы и так далее. И сейчас мы видим, что примерно треть, 33% населения в крупных городских агломерациях в Европе, Москва туда включена в этот обзор, примерно 33% обладают большим количеством средств, то есть они говорят, что у нас есть деньги, да, и большим количеством времени. Они говорят, что у нас есть время для того, чтобы не обязательно работать в режиме постоянного графика, пропускать 1-2 дня, использовать время в большей степени вечером, чем днем и так далее. То есть сама по себе вот эта вот жесткая конструкция города, предназначенного для маятниковых миграций, она вообще разрушается, она больше не нужна в таком виде, в котором она существует. И поэтому, соответственно, встает задача представить себе все-таки город, который создан вот для этой категории людей в том числе. Помимо всего прочего, конечно, город представляет собой много всяких планировочных решений, работающих на распыление продуктивного потока горожан, пешеходного, на общественном транспорте, автомобильного, в основном пешеходного, а не на сосредоточение этого потока. Зачем нужно сосредоточение этого потока? Затем, что на него садится малый и средний бизнес, у которого своя экономика. Малый и средний бизнес – это и есть те самые услуги и там, производство, и предоставляющие людям товары повседневного спроса и услуги повседневного спроса. И в современном микрорайоне или в микрорайоне 70-80-х годов, в котором места, там, где находится химчистка, где находится обувной центр ремонта обуви, где находится продуктовый магазин, были просто запланированы, и в государственной экономике это понятно, да, то сейчас они, разумеется, там не живут, потому что там им неинтересно, поток уходит либо к станциям метро, либо вообще в торговые центры. И вот такого рода планировка – это сплошная упущенная выгода. А вообще российские города и российские агломерации вот сейчас, если мы посчитаем, это вот у Татьяны Дмитриевны Полиди, там прекрасный совершенно отчет есть, расчеты по агломерациям, в частности, что средний рост агломерации ниже, чем средний по стране. И это мы на них смотрим как на центр экономического роста. И что сфера услуг там растет, и доля ее меньше, чем в среднем по стране. Это вообще, конечно, уникальная абсолютная история, просто уникальная. Когда у вас в городские агломерации демонстрируют параметры хуже, чем в среднем по стране в отношении и роста, и развития сферы услуг. У Татьяны гораздо более точная на этот счет информация. Я надеюсь, она вас поразит этими данными. Но сама по себе история, она просто, по сути дела, скандальная. Москва здесь как бы отдельная епархия, но, тем не менее, все остальные города, это, конечно, крайне, крайне серьезно. В образовании вот экономика города, которая бы подкрепляла такой взгляд на экономику пространства как на капитал и на экономику как на составную часть экономики города, практически не присутствует. В очень легкой степени это есть в экономической географии с Кристаллером, с Лешем, с Айзердом и с Ричардсоном, но я уверен, что большинство современных вузов вообще про эти имена, кроме Кристаллера и Леша, вообще как бы и не знают. А это очень такая мощная, классическая, интересная линия в региональной экономике. В экономике как таковой городская экономика играет вполне себе маргинальную роль, она слишком уникальна, там слишком много исключений, там естественные монополии, там все вот эти экстерналии. И она, в общем, это слишком открытая экономика, и она не очень хорошо осмыслена экономистами. Я не говорю про всех, разумеется, я говорю просто про основной тренд. Поэтому сама по себе история с образованием в этом отношении тоже является большой проблемой.
Я в этой связи вспоминаю довольно интересную эпоху в истории экономических учений, которая, как мне кажется, сейчас должна получить второе рождение. На самом деле, где-то в середине XVIII века была такая школа экономическая физиократы, которую таблицы Кене, там был такой замечательный маркиз Кене, который, собственно, придумал экономику как систематическую науку. До этого Адам Смит, он был в основном, конечно, специалистом по, он философом и специалистом по теории, психологом. По теории психологической, он написал замечательную книгу о теории моральных чувств, и с ней вошел в историю прежде всего, а вторая его книга о причинах богатства народов, она тоже была очень интересная, но это была как бы, ну, вот, такой подарок философа и еще не сложившимся экономистам. А вот, собственно, физиократы, которые сейчас подвергаются огромной критике, и тогда тоже, поскольку они как бы создали вот эту вот и либеральную экономическую модель, немножко жесткую. Но они были чем интересны? Они говорили о том, что Земля – это божественная мануфактура, и что, собственно, весь экономический рост и прибавочный продукт, он держится на ней. Тогда сложилось так, что экономика вся была аграрной, поэтому, конечно, они в основном говорили об аграрной экономике. Но land development, да, развитие Земли, развитие территории для них было основным источником. И вот эта вот линия в экономике, она совершенно заглохла. Потом появился марксизм с трудом, потом появились многие другие теории. Но так или иначе, вот это вот очень интересная и важная тенденция в экономике, которую необходимо и в образование включить, и вообще сейчас широко обсуждать. В заключение я хотел сказать, что для того, чтобы быть уверенным в том, что это не пустое дело, и представить какие-то цифры, связанные с тем, что экономика пространства может быть очень мощной, вот я бы хотел сослаться на журнал Economist, который выдал довольно интересное исследование. Это Economist Intelligence Unit, это их подразделение, касающееся того, какой эффект дает правовое зонирование территории как форма организации пространства в городе, его использования. Вот по их расчетам от 5 до 8% валового продукта этот эффект Соединенных Штатов Америки. Валовой продукт Соединенных Штатов Америки – 16 триллионов долларов. Вот посчитайте, какой эффект только зонирование дает в экономике. Почти триллион. Почти триллион долларов в одной стране. Это колоссальные совершенно цифры. Мы считать так не умеем, мы так на это не смотрим. Для нас это вообще кажется какая-то странная совершенно логика. Но вот, собственно, я и хотел призвать к тому, чтобы мы перестали говорить об отдельных сегментах, мы их достаточно хорошо понимаем, и, конечно, мы будем говорить об этом в чисто практической плоскости с точки зрения наших конкретных профессий, но чтобы мы, наконец, создали эту амальгаму междисциплинарную, которая выдаст нам результат именно с точки зрения пространства, с точки зрения его характеристик, а не с точки зрения отдельных составляющих экономики, которые находятся в городе. Так что за экономику города в данном случае. Спасибо. Обычный экономист, вот если забыть про все implications, да, там к пространственной экономике, еще к чему-то, вам бы сейчас ответил, что такой проблемы нет. Потому что в дисциплинах в экономических, в данном случае в микроэкономике, другая просто классификация как бы подразделов. И вот то, что мы сейчас обсуждаем, это называется, ну вот городская экономика, ее можно назвать одним словом, провал рынка. То есть externalities, правильно, да, внешние эффекты, и общественное благо. Оба этих раздела в микроэкономике есть. И, кстати говоря, те примеры, которые приводят студентам в этих разделах, они, в общем-то, все из городской экономики. Предположим, что расположен завод, там, выбрасывающий негативные там, какие-то выбросы рядом с жилой застройкой. Или, предположим, еще что-нибудь. Все из пространственной, из городской какой-то экономики. Другое дело, что это все не развито и дальше не транслируется ни в какой практический
паблик-менеджмент. Здесь я согласна. То есть в инструментарии, в конкретной, в подходе к оценке тех или иных эффектов, к использованию этих оценок при выработке правил землепользования и застройки. Это абсолютно я за. Но все-таки мне кажется, что теоретический аспект под этим есть. Но можно было бы это упаковать, если это очень интересно, под городскую систему терминов. Я могу это легко сделать. Но дальше что мы будем с этой теорией делать? Вопрос в другом. Как это транслировать в конкретную практику? Здесь я с вами полностью согласна. Не политики, там, не чиновники, не лица, принимающие решения, все иные участники процесса развития города действительно такого аспекта в своей голове просто не держат. Это другая история. Это какая-то не из теории, это уже из институциональной, наверное, экономики. Николай Петрович, тогда вам слово. Вы представляете еще одну, третью, как бы, наверное, экономический подход, школу, направление. И вы в своей деятельности в Институте Градплан Москвы особое внимание уделяете оценке экономической эффективности комплексного развития территории. Вот, пожалуйста, вам слово. И в том числе было бы интересно, насколько соприкасаются ваши взгляды с тем, что говорил Алексей Викторович, Татьяна Дмитриевна. То есть об одном и том же ли мы говорим, когда говорим об экономике, с вашей точки зрения? Спасибо за предоставленное слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, наверное, опережая чуть события, хотел бы сказать, что мы вразрез с тем, что я сейчас услышал здесь, вряд ли идем. И мой доклад, конечно, будет сосредоточен вокруг конкретных подходов, которые мы применяем в практике нашего градостроительного проектирования. Конечно, хотел бы сказать, что, наверное, все-таки органов исполнительной власти города Москвы интерес к экономическим исследованиям и проработкам вопросов эффективности реализации мероприятий градразвития с точки зрения последующих экономических последствий, он все-таки растет. И за последние годы он вырос до такой степени, что в рамках государственного задания в 2017 году Москомарктектура нашему институту поставила задачу разработать методологию, подход к экономической оценке эффективности принимаемых градостроительных решений. И в первую очередь, конечно, речь идет о комплексном развитии территории. То есть у органов исполнительной власти совершенно четкое понимание того, что тот комплекс мероприятий, который разрабатывается в рамках планировочной деятельности, по-хорошему должен приносить прибыль. Прибыль как инвестору, так и городу. А третья сторона, выступающая участником этого градостроительного процесса, является человек. И именно поэтому наш подход мы поставили на три таких основных столба. Это оценка коммерческой эффективности принимаемых градостроительных решений с точки зрения, интересны ли они потенциальному инвестору и рынку. Оценка бюджетной эффективности, каковы будут последствия для города в целом, не только для городской бюджетной системы, в том числе федеральной. И самый главный вопрос, какие социально-экономические последствия для города возникают от реализации тех или иных решений. И эти социально-экономические последствия выражены в росте уровня жизни и доходов населения, в дополнительных бюджетных поступлениях, которые возникают в сопряженных отраслях экономики, и в том числе в возможности роста валового регионального продукта. Таким образом, мы создали комплексный подход, который, как нам кажется, все-таки в некоторой степени позволяет отвечать на эти вопросы. И я скажу, что на самом деле задача экономической оценки стояла давно. Вопрос в качестве ее исполнения. Почему возникла необходимость, собственно, создания такого единого методического подхода? Экономическая оценка осуществлялась и до нас, до нашего института, до той методологии, которую мы предложили. Вопрос в том, что каждый исполнитель делал это по-своему и видел конечный результат с точки зрения своей идеологии, которую он закладывал в процесс экономического анализа. Мы пытались сделать нечто единое, по крайней мере, для подведомственных Москомарктектуре институтов. Знаете, даже обращаясь к градостроительному кодексу Российской Федерации или градостроительному кодексу города Москвы, можно увидеть вполне здравые тезисы и основные положения градостроительной деятельности, которые отсылают, собственно, любого проектировщика к необходимости создания благоприятных условий устойчивого экономического роста, социального развития города Москвы, обеспечения экономической состоятельности и так далее. Достаточно много уверенных, красивых слов о том, что мы движемся в достаточно светлом направлении экономического развития. Вопрос в том, как оценить, достигаем ли мы тех требований, которые предъявляет нам градостроительный кодекс, или нет. Для этого, собственно, мы в своей методологии решили опираться на
классический подход, о котором сейчас говорится. Этот подход был утвержден еще аж в 1999 году методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов. Мы этот подход экстраполировали на градостроительную деятельность. Собственно, федеральная методика предлагает оценивать те самые три вида эффективности: коммерческую, бюджетную, общественную, или она же социально-экономическую эффективность. Соответственно, именно этим мы пытались заниматься, и, насколько я надеюсь, успешно. Также дополнительные требования к необходимости осуществления таких расчетов установлены в 270-м постановлении правительства Москвы о порядке разработки проекта планировки территории, приложением которого выступает план реализации. Ни один проект планировки территории в городе Москве сейчас не принимается без соответствующего плана реализации. В типовой форме план реализации, который утверждена департаментом градполитики, собственно, ясно и четко прописано, что вместе с банальным расчетом затрат на реализацию этих мероприятий должен прилагаться анализ социальной и экономической эффективности этих предложений. Соответственно, методологии, которые раскрывали бы порядок решения этой задачи, некоторое время достаточно долго не существовало. Соответственно, мы пытались ее предложить. И предлагая такую методику, мы не опирались исключительно на компетенции собственных специалистов. Мы понимали, что эта методика должна пройти целый ряд согласований с профильными органами исполнительной власти и подведомственных учреждений. Соответственно, эти методические рекомендации на этапе своей разработки попали на рецензию в Департамент экономической политики города Москвы, Департамент науки и промышленности города Москвы, на тот момент он так назывался, Департамент строительства и так далее. То есть сама методика прошла через руки, ну, как мы считаем, передовых специалистов в этой области, для которых это работа. Они отвечают за то, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост, по крайней мере, в городе Москве. Соответственно, что предлагала эта методика и предлагает сейчас? В первую очередь мы пытались раскрыть вопрос финансовой реализуемости тех архитектурно-планировочных решений, которые предлагаются в рамках разработки, к слову, проектов планировки территории. И первым шагом этой работы мы предлагали оценить текущую эффективность использованных городских территорий для выявления того потенциала, которым располагает то пространство, на которое мы приходим. После того, как соответствующий анализ на базе критериев имущественно-правовой устойчивости правообладателя, градостроительной эффективности использования имущественного комплекса правообладателя и эффективности финансово-хозяйственной деятельности тех юридических лиц, которые там находятся, получаем заключение о дальнейшем развитии, целесообразности дальнейшего развития этих функций на территории, мы можем перейти непосредственно к проектированию тех или иных архитектурно-планировочных решений. И на стадии проектирования этих решений мы моделируем денежные потоки как потенциальных инвесторов на этой территории, так и денежные потоки в бюджетной системе, включая как инвестиционные расходы бюджетной системы на создание соответствующей городской инфраструктуры, так и расходов на ее дальнейшую эксплуатацию. То есть горизонт экономического расчета и анализа, он много больше цикла банального строительства и дальнейшей реализации объектов недвижимости, если мы говорим про жилую недвижимость, допустим. И в конечном счете мы выводим хорошо знакомые всем экономистам стандартные показатели оценки экономической эффективности, чистый дисконтированный доход, индекс доходности и так далее. Конечно, в процессе этого моделирования мы оцениваем весь набор затрат, который может возникнуть у инвестора в процессе реализации этих архитектурно-планировочных решений, начиная с затрат на подготовку территории к строительству, заканчивая благоустройством и дальнейшей эксплуатацией этих объектов в зависимости от той стратегии, которую для себя выбирает инвестор, будь то реализация объектов недвижимости, либо это будет арендный бизнес, либо же это будет развитие производства, оказание услуг. То есть мы предлагаем осуществлять достаточно детальную оценку всех денежных потоков, возникающих у инвестора, в зависимости от того, какую стратегию использования этих объектов недвижимости для себя он выбирает. В то же время мы оцениваем положительно-отрицательные потоки бюджетной системы города Москвы. В качестве отрицательных потоков, естественно, выступают затраты на создание соответствующей городской инфраструктуры, чтобы жизнь на этой территории появилась. С другой стороны, затраты на эксплуатацию этой инфраструктуры городской среды. А в качестве дохода выступает широкая гамма налоговых и неналоговых поступлений, возникающих в процессе реализации этого проекта. Соответственно, все это наполняет комплексную экономическую модель, которая оценивает бюджетную и коммерческую эффективность. И именно эти два типа эффективности обеспечивают финансовую реализуемость проектов. Вопрос возникает в другом. Что от этого получает человек?
какие социально-экономические последствия от реализации тех или иных градостроительных решений возникают у отдельно взятого человека или в социальной сфере в целом. Потому что оценка коммерческой или бюджетной эффективности не новость для специалистов, которые работают в области девелопмента или экономики городской среды. Но когда мы попытались решить вопрос оценки социально-экономических эффектов от комплексного развития территории или от создания отдельных объектов городской инфраструктуры, мы столкнулись с тем, что литература на эту тему мизер. Относительно неплохо на федеральном уровне был решен вопрос оценки социально-экономической эффективности от реализации объектов транспортной инфраструктуры, но найти что-то более подробное для других объектов не представлялось возможным. Соответственно, нам пришлось выстроить систему оценки социально-экономических эффектов, которая включала в себя отрицательные денежные потоки, включающиеся в те самые инвестиционно-эксплуатационные расходы, и эффекты, которые возникают в социальной сфере и в сопряженных отраслях экономики. Эффекты, которые в первую очередь выражены в изменении уровня жизни и доходов населения, эффекты, выраженные в изменении поступлений в бюджетную систему Москвы и изменения ВРП. Соответственно, вот в качестве одного из примеров, вот я заговорил о транспортной инфраструктуре, наверное, пример транспорта здесь достаточно показателен. Представим себе, ну, хотел бы сказать, условный объект, но он вполне не условный. Такой мост прорабатывался в нашем институте. Мост через Москва-реку в продолжении основного хода улицы 1905 года, длиной 350 метров, шириной в 21 метр, общей площадью в 7,5 тысяч квадратных метров. Этот мост в результате выполнения работ по транспортному моделированию обеспечивает сокращение в целом в транспортной системе Москвы пробегов на 21 тысяч километров в сутки и на 1230 часов в сутки для всех пользователей транспортной системы времени в пути. Соответственно, на первый взгляд цифры небольшие, но если это экстраполировать на жизнедеятельность города, получается достаточно интересный результат. Конечно, мы оценили размер капитальных вложений в реализацию такого моста и затраты на его ремонт, периодическое содержание, эксплуатацию. И посмотрели, какие же социально-экономические эффекты, допустим, к слову, этот мост может сгенерировать. С одной стороны, в области изменения уровня жизни и доходов населения. Это эффекты, связанные с сокращением потери времени пребывания в пути пассажиров, а оценку времени часа, стоимость часа каждого экономически активного жителя Москвы вполне возможно оценить, на то есть соответствующие методы и методики. И они до нас были успешно придуманы и применены. Другой эффект, связанный с сокращением потерь от ущерба в окружающей среде и сокращение от потерь, связанных с дорожно-транспортных происшествий, а эти сокращения возникают в первую очередь за счет снижения перепробегов и сокращения конфликтных точек. Также эффекты, связанные с ростом ВРП, выражены в сокращении капитальных вложений в автомобильный транспорт, затраты на перевозку грузов пассажиров и потребности в оборотных средствах. В итоге тот набор социально-экономических эффектов, которые возникают в реализации строительства этого моста, прилично превосходит те затраты со временем, которые связаны с его строительством. И срок окупаемости, как бы это ни странно звучало, моста, строящегося за государственные средства и являющимся бесплатным по своей сути, составляет 7 лет, если взять в учет социально-экономические эффекты, которые он может вызвать. И такая логика, она применена к любому другому объекту городской инфраструктуры. Какие-то из них повышают капитализацию застройки, какие-то из них, например, как парки, увеличивают деловую активность на территории. И методологию расчета этих показателей и параметров, этих эффектов мы представили в нашей литературе. Спасибо. Татьяна, вот прошу вас, отреагируйте, пожалуйста, и вам слово в целом. Первая мысль. По-моему, ярчайшая иллюстрация первого нашего доклада. Только с точки зрения противоположности. Ну, то есть Алексей Викторович говорил о том, что мы измеряем, можно сказать, много-много разных аутпутов, но не измеряем ауткамы, то есть конкретные эффекты на городскую экономику через ее не совсем стандартные составляющие. Да? Не совсем стандартные составляющие, то есть не количество миллиардов рублей, вложенных куда-то, не процент доходности на этот миллиард, а что-то другое, да? Возникающая дополнительная земельная рента или возникающие объемы там, экономики в разных местах, где ее раньше не было, что-то другое. Вот яркий пример, мне кажется, того, что... все формулы правильные, но только они...
не о том. То есть это измерение каких-то локальных, точечных, стандартных, которым ровно 100 лет, показателей, которые обязательно надо считать. Я не говорю, что их не надо считать. Их надо считать. Но только дискуссия, мы, ну, по крайней мере, все о своем рассказывают, немножко другой пафос. Сейчас вам приведу пример, почему эта методология для наших целей, например, в Москве, на реальной ее градостроительной политике за последние годы, абсолютно, значит, не демонстрировала неэффективность этой политики. Я посчитала только один показатель, то есть немного, не 100 формул, а только одну. Совокупную капитализацию жилищного фонда московской агломерации. Сколько она составляет? Оказалось, она составляет 60% ВВП Российской Федерации. Просто вы никогда не сопоставляли, вот с чем мы имеем дело, вообще предмет, когда мы начинаем вторгаться в город со своими инфраструктурными проектами, метрополитеном, тянущимся в чистые поля, или там, в том числе реновации, какими-то крупными вторжениями, то мы должны понимать, что работаем мы с объектом стоимостью там, 50 триллионов рублей или 60 триллионов рублей. То есть это почему так происходит? Ну понятно, потому что недвижимость, земля, все это многолетние накопления богатства и активов в экономике. Это способ сбережения этих накоплений и так далее и тому подобное. Поэтому такие безумные цифры в отношении с годовым ВВП страны. Но это такая эквилибристика экономическая, просто интересная цифра. А дальше мы захотели понять, вот как вы считаете, если экономика города растет, экономический рост есть, то есть в целом она прирастает по традиционному показателю ВГП, да? При этом государство, ну, в лице города, вкладывает огромные инвестиции. Но вот Блинкин мне говорил, что если все сложить, то чуть ли не триллион рублей в год. Если весь метрополитен сложить, дорожную инфраструктуру, вот все вложить в хард-инфраструктуру города Москвы. Это адски безумная цифра. Это ровно в два раза больше, чем бюджеты годовые всех миллионников Российской Федерации. Это адская цифра для экономики России. Кстати, ВВП России — это 80 триллионов рублей. То есть в обычном учебнике экономики написано, что в этой ситуации такие большие вложения должны транслироваться в рост цен. И, ну, как минимум, у нас должно все дорожать и повышаться и развиваться. Тем более в экономике, где в целом выпуск товаров и услуг растет, доходы растут, вообще все растет. Выясняется, что нет. Мы вкладывали триллион рублей в год. Несопоставимые просто деньги, ну, безумные. А за период, ну, мы посчитали, по-моему, 10-16, за период 10-16 год получили снижение совокупной капитализации жилищного фонда «Московская агломерация». Потрясающе, да? Вот это один показатель, который нам интегрально объединяет сразу все эффекты. Дальше задаю вопрос. Мы ведем правильную градостроительную политику, когда мы обесцениваем активы, которыми владеют горожане, проживающие в московской агломерации? Или неправильно? Ну, я имею в виду, конечно, в реальном выражении. То есть я выбросила инфляцию, в реальном выражении стоимость этих жилищных активов, она снизилась. И пытаюсь на это ответить. Я не проводила специального исследования такого на Нобелевскую премию, а это такое простенькое пока. Откуда это берется? Это берется как раз из того, что московская агломерация до сих пор не поняла, что она московская агломерация. И произошла абсолютно искажающая история. Москва, как ядро агломерации, вкладывала огромные деньги в инфраструктуру, подтягивая ее все дальше на периферию. А Московская область зарабатывала на другом, на жилищном строительстве. Но рынок-то недвижимости единый. Забыли про это. Значит, совокупный эффект будет оказывать влияние на цены на всем рынке недвижимости. А рынок недвижимости — это агломерация. Извините, рынок недвижимости не ограничивается административной границей. Соответственно, эффект увеличения, физического увеличения предложения жилья в Московской области, но в границах московской агломерации, оказался сильнее, более сильный отрицательный эффект на общие цены оказала, чем безумная процикличная политика инвестиционная города Москвы в части инфраструктуры. С точки зрения, ну, вообще это как бы серьезное такое предъявление очень, потому что мы расходовали бюджетные деньги, мы не занимались привлечением частных инвестиций в данной ситуации. Ну, я не знаю, там нет таких открытых данных, какой-то процент, конечно, есть и частных инвестиций, в ТПУ, по крайней мере, да, но метрополитен, и это, наверное, ну, как бы вот в большей степени бюджетные вложения. Но общий для меня вот эффект для экономики города и для экономики агломерации оказался негативным. То есть, по сути дела, Московская область, я бы так сказала, Московская область ты выиграла, Москва ты проиграла. Потому что Московская область ничего не потратила,
понятно, да? А Москва получила на себя негативную экстерналию на цены на недвижимость. Только потому, что они не скоординировали вот те самые вложения и вот те самые эффекты. И посчитали их, не посчитали их для нужного объекта исследования. Его посчитали локально. Вот я видела какой-то набросок методики, как оценивается эффективность развития метрополитена. Там какой-то публичной, серьезной нету. Примерно так же. Сокращение на 15 минут там, прогона между какими-то двумя станциями. Всегда, абсолютно всегда такая методика покажет плюсы любого вложения в инфраструктуру. Но это очевидно, это просто априори. Но если мы посчитаем совокупный эффект и через другой совершенно показатель, действительно через рыночный, экономический показатель, то можем увидеть, что результат совершенно противоположный. В таком подходе чего нет? Вот именно это. Мы не измеряем влияние на совокупную стоимость того, на что мы оказываем воздействие своими вот этими инвестициями. То есть на капитализацию недвижимости, на капитализацию территории. Вот сколько триллионов она там составляла до программы реновации, сколько она будет составлять после программы реновации? Или та же самая капитализация совокупная этого жилищного фонда. Сколько она будет составлять? Ведь мы живем в условиях рыночной экономики, мы не можем назначить цены на жилье. Они образуются путем поиска рыночного равновесия. Об этом забываем. А поэтому, как правило, то, что мы слышим, и вот методология оценки тех или иных действий, особенно в части развития инфраструктуры, это измерение аутпутов, а не ауткамов. Ну, там проложено 100, постоянно, да? Проложено 100 километров дополнительных дорог, протянуто 25 линий метрополитена. Это называется output. Там. Я написала 100 страниц диссертации. Там есть смысл какой-то? Вот если есть смысл, это уже outcome, то есть конкретное исходное, итоговое, извините, влияние моей деятельности. А 100 страниц, ну хоть 100, хоть 500 пиши, если там нет содержания, они не нужны. И вот в этом смысле происходит некоторая подмена. Например, вот на примере только одного показателя скажу, хотя еще раз повторю, это все надо считать. Я не говорю, что это не надо считать. Мы просто хотим расширить повестку. На примере одного из показателей написано: бюджетную эффективность измеряем налоговыми поступлениями. Все окей, правильно. Налог на прибыль. Написано: налог на прибыль от эксплуатации созданного объекта недвижимости. Все, бабах. Да? А я бы это измерила тем, что если я занимаюсь комплексной планировкой территории, создала я бизнес-услуги новые за счет правильной квартальной застройки, за счет предложения новой инфраструктуры для размещения малого бизнеса на первых этажах, за счет того, что я правильно раздала в аренду эти первые этажи, а не распродала их в первый же момент времени, и они стоят пустующие. У меня завязалась здесь новая экономическая деятельность в связи с моим новым планировочным решением? Если да, то я хотела бы измерить, какой годовой услуг, это годовой объем этих услуг теперь здесь оказывается, и он теперь доставлен до потребителя. Ему теперь нужно ехать в метро Cash & Carry или куда-то там, да, вот эта методика поездок в гипермаркеты, потому что город не предоставляет этого. У нас сегодня районы с самой дорогой недвижимостью, возьмите Тверской район. Они абсолютно не имеют никакой потребительской инфраструктуры. То есть я покупаю дорогую квартиру, но я не в состоянии выйти и получить рынок или булочную или еще что-то. Правильно? Этого ничего нет. Это что, элитный район? Ну нет, конечно. То есть вот такие вещи необходимо измерять. Или я реформирую парковочное пространство. Я беру коммерческую улицу, самую главную коммерческую улицу Москвы, Тверскую, убираю с нее все парковочные пространства. Я сразу получаю экспозицию всех первых этажей коммерческих помещений, которые раньше занимали банки, страховые, химчистки, все, что хочешь, у которых можно было останавливаться, пускай даже незаконно до какого-то момента времени. Я получаю их пустующими. У меня vacancy rate возрастает, это все никому не нужно, и получается кризис коммерческой недвижимости на улице Тверской. Где это измеряется? Я нигде не видела измерения этих эффектов. Поэтому когда мы пытаемся артикулировать вот эту вот тему экономики в городе, это скорее о чем-то более интегральном, да? Не о прямом, вот точечно, там, я потратила 100 рублей, а получила 150, так прибыль 50 рублей. А об измерении, да, нам надо вырабатывать новые какие-то показатели, которые это измеряют. Ну, как обычно в экономике, ну, когда мы хотим измерить некие комплексные эффекты, надо искать так называемые там прокси-переменные. Там, какое явление, о чем нам может свидетельствовать, например. Да? Я не знаю, вот не на 15 минут прогон чего-то там сократился, да? Я уж не знаю, а
за счет, интегрально за счет там, развития вот в этих трех точках изменения маршрута автобуса, подвозящего к метро, у меня, в принципе, поменялась конфигурация передвижения людей, хотя точки, в которые они хотели бы ехать, сохранились теми же самыми. Но они поменяли свое поведение. За счет того, что они поменяли свое поведение, я их направила в те места города, где, например, был там дефицит потребительского спроса на какие-нибудь услуги, и там построенная офисная недвижимость не находила востребованности. Вот такие надо искать провалы и какие-то пробелы, которые уже являются результатом прошлых градостроительных решений. И только путем исправления их мы будем получать экономические эффекты. Вот надо уходить от такой вот, как сказать, вот методологии хозрасчета, вот кап вложений, там, прибыльности, доходности, а искать, оценивать провалы экономики города и пытаться их исправлять. Между прочим, вот эта ценность, о которой Алексей Викторович сказал, про сколько процентов от ВВП приносит зонирование, любое регулирование, ну то есть понятно, да, Адам Смит, вообще в идеале должна быть рыночная экономика. Но раз уж в теории подтвердили, что есть провалы рынка, связанные именно с финансированием public goods, а город это public good, и связанные с внешними эффектами, когда деятельность одного влияет на полезность другого. Да? Вот все государственное регулирование в экономике, оно теоретически обосновывается только целью снижения провалов рынка, чтобы наше равновесие рыночное стремилось к парето-оптимуму, то есть к точке максимального общественного благосостояния. Состояние. Если не выполняется эта функция, надо считать, что оно не нужно. Значит, мы можем даже больше в даун все это вводить и еще больше портить ситуацию по сравнению с обычным рыночным равновесием. Ну, во-первых, да, я, честно говоря, не ожидал. Я сегодня словил дежавю. Я вспомнил 1986 год. У меня лежит на столе брошюрка, присланная в наш отдел в Центральном экономико-математическом институте на рецензию. Там, правда, написано не градплан Москвы, а госплан СССР. Дальше идет методические рекомендации по оценке экономической эффективности, ну, правда, транспортного строительства. Ну, я так полистал, очень похоже, честно говоря. Да, 22 года прошло, рынок мы построили, коммунистическую партию прогнали, госплан разрушили, а я сказал 22 года, 32 года прошло, да, а ничего не изменилось, все одно и то же. Это первое, да, я должен обратить внимание, вот, то есть, на мой взгляд, это, ну, за пределами добра и зла, с моей точки зрения, да, 32 года прошло впустую. Мы, кстати, тогда, да, в 86-м году написали про глупость, да, расчета всяких показателей эффективности еще тогда. На самом деле любой показатель эффективности городской жизни связан, ну, дайте там, можно говорить, недвижимость и так далее. В конечном счете это стоимость городской земли. Да, наши действия либо увеличивают стоимость городской земли, да, они могут не непосредственно это делать. Не непосредственно это делать. Мы высадили эти парки, вот там были на... Да, и это повысило стоимость. Да, и как раз, да, вот, казалось бы, да, ничего с точки зрения социально-экономической эффективности мы не сделали, там, не создали новых рабочих мест, а экономический эффект от такого деяния может быть гораздо больше, чем если мы поставили на этом месте завод. Наоборот, как бы поставив на этом месте завод, мы, скорее всего, снизим стоимость земли. То есть на самом деле, да, универсальный показатель есть. Существуют ли методы расчетов? Ну, давайте, вот я год назад где-то, значит, наткнулся в журнале «Экономической географии» интересную статью. Я сначала прочел абстракт, и даже не понял, о чем там. И это меня заинтересовало, потом я стал разбираться. Значит, смотрите, что считают. Это Гонконг, на примере Гонконга. Ну, представляете себе, Гонконг, он как Сан-Франциско, ну или как Владивосток. Вверх, вниз, да. И вот там они изучают, вот поставили станцию метро,
как это повлияло на стоимость квартир в районе. И главное, они как бы фактор, который их особо интересовал, надо ли идти от метро вверх в горочку или вниз под горочку. И оказалось, да, что разница составляет в стоимости жилья 20%. Ну, вот такие вещи, да, они считаются, они как бы давно являются признаками, да, там по поводу, да, давайте, вот там было сказано, там деловая активность, надо ее учитывать. Опять-таки, все через стоимость земли, да, потому что возникает как бы стоимость земли, которую хотят занять бизнесмены под кафе, рестораны, под что-то еще, существует арендная плата, да, которая там может расти, может меняться. То есть еще раз, да, то есть есть один универсальный показатель, надо просто его уметь считать и уметь с ним работать, да, там построили мост, да, может быть повысили где-то, да, там есть сложности, да, построили мост, значит, на территориях, прилегающих к этому мосту, там стоимость земли и всего выросла, да, где-то в других местах она упала. Ну, собственно, этот пример был приведен. А в чем проблема? У нас по сравнению с другими, да, с большинством других стран. Почему они так считают стоимость земли и упирают на это? Потому что, ну, это как раз Гонконг, там английское право, где все местные бюджеты местного самоуправления, все строятся на налоги на недвижимость. Да, у нас вот эта, да, связь между стоимостью недвижимости и доходами города, да, очень сильно слабая. Теперь второе, да, опять-таки, вот почему меня там привлек Гонконг, да, я специально разобрался. Что значит, да, вот они посчитали. 3 года назад построили метро, прошло столько сделок в районе метро торговых, да, что вот как бы изменение цены квартир, его можно было посмотреть, посчитать, пощупать и увидеть. У нас есть там в большом районе, да, там происходит 1-2 сделки в год, значит, непонятно какими, и наполовину, значит, скрытые там теневые, значит, доплаты, переплаты, скидки. Значит, конечно, да, это все вещи очень трудно, да, поэтому я еще раз говорю, конечно, есть трудности. Это я говорю о трудности нашей ситуации, да. В мире считают, а у нас для этого нет возможностей. Ну, значит, надо вот как-то, да, с этим работать, тем не менее, и пытаться с этим что-то делать, да. Это как раз и есть вызов для экономистов, которые занимаются городской экономикой. Процент жилых единиц, находящихся в обороте на рынке, то есть количество сделок по отношению к количеству жилых единиц в жилищном фонде, гораздо выше, чем в других странах, в том числе и в Гонконге. Ну, если возьмете за год, сколько сделок было в городе с жильем, например, и разделите на количество вообще квартир в городе. То есть какая доля находится в рыночном обороте? У нас она гораздо выше в силу очень простых причин. И первая причина – это что у нас на 90% жилищный фонд – это кондоминиумы, это поквартирная собственность. Соответственно, маленькие чеки больше в обороте. С этой точки зрения, с точки зрения наблюдения за ценами, проблемы быть не должно. Другое дело, что у нас действительно никто не озабочен за тем, чтобы за ними наблюдать. Она считает, что цены на жилье – это, ну, как бы для полиса не нужно. Хорошо. Николай Петрович. Да. Ну, услышал много. Коллегам большая благодарность за высказанное мнение. По порядку обо всем. Ну, вспомнили господина Лившица. На самом деле сходства возникают неспроста. Являясь сам, конечно, еще интереснее, что я являюсь доцентом кафедры экономики дорожного хозяйства МАДИ, к которому прямое отношение имеет Лившиц. Только самое забавное, что в 2018 году, в прошлом, Росавтодором была утверждена обновленная методика оценки экономических эффектов от развития транспортной инфраструктуры, которую мы и разрабатывали. Но принципы
Опять же, если вы сравните то, что предлагалось в ВСН, который предложил Лишис в 1983 году на самом деле, и то, что сейчас предложено в Удеме, они немножко отличаются. Что касается учета капитализации объектов недвижимости, стоимости земли и так далее, на этом и стоял упор нашей методологии. Наши социально-экономические эффекты в качестве одного из эффектов они присутствуют. Это только применительно к мосту. Если мы возьмем метро, там номенклатура эффектов шире. Их 15, а не 6, как вот здесь сейчас представлено. И метро может влиять как в положительную сторону на капитализацию недвижимости, так и в отрицательную, что самое интересное. И мы величину этого ущерба от строительства станции метро, непосредственной близости от жилых объектов, оценивали в том числе. Поэтому перед тем, как... более подробно такую методологию обсуждать, я бы все-таки предложил с ней ознакомиться и посмотреть те эффекты и критерии, которые мы предложили. В тех методических рекомендациях, которые вы сейчас взяли, как я говорил, здесь оценка финансовой реализуемости, здесь коммерческая и бюджетная эффективность, социально-экономическую эффективность, порядок ее расчета, мы предложили в 2018 году. Мы эту методологию защитили, и сейчас она вышла в типографию. Там ознакомьтесь, пожалуйста. В электронной версии она опубликована, можно ознакомиться сейчас. Да, Николай Петрович. Соответственно, стоимость и недвижимости в виде земельных участков и объектов капитального строительства учтена, как арендные платы, возможный их рост или снижение от реализации любого объекта городской инфраструктуры. Как и возникновение деловой активности с расчетом возможных доходов от создания этих новых видов экономической деятельности, порядок расчета этих критериев мы также предлагаем. Соответственно, те показатели экономической эффективности в виде чистого дисконтированного дохода являются ничем иным, как способом сведения разнородных по своей природе эффектов к единому знаменателю. Потому что капитализация недвижимости, рост стоимости или падение стоимости недвижимости – лишь один из многих эффектов. И чтобы эти эффекты возможно было свести к одному знаменателю, для того и есть общий показатель экономической эффективности. Сейчас, секундочку. Я как раз и говорил, что нет множества эффектов. Все они так коллеги, или иначе отражаются дальше. В стоимости недвижимости. Предлагаю двинуться дальше и послушать точку зрения специалиста по муниципальному федеральному бюджету. Владимир Викторович, вот как-то исподволь звучит, что по отношению к развитым странам наша система налогообложения, как бы сказать, мягко перевернута. То есть 2/3 налогов не остается в муниципалитетах и регионах, а поступает в федеральный бюджет, а оттуда возвращается, перераспределяясь вниз. Вот вы считаете это как бы прогрессивно, правильно, это работает, или это несколько нужно что-то менять? И если да, то какой подход был бы здесь эффективен? Потому что действительно налог на землю, да, тогда все понятно. Тогда люди, которые живут в определенном месте, если у них возрастает стоимость этой земли, соответственно, больше налог, и они могут ее потом, представим себе, что они такие вот продвинутые, создали сообщество, и муниципалитет – это такое большое сообщество, и они могут совместно понимать, куда, чего и как, создавая тем самым и общественное благо. Вопрос такой еще примитивнее. Где взять деньги на вот это развитие? Спасибо большое, вы уж, по-моему, все рассказали. Вы знаете, я для начала тогда три ремарки. Простите, вот, Вера, да. Да, но, во-первых, поскольку я вот уже лет 10 сижу, наверное, в диссертационном совете, где тот самый Лившиц председательствует, любимый вопрос Лившица на любой защите кандидатской, а какой у вас критерий эффективности? Вот там, и дальше пошло-поехало. Да? То есть как раз на самом деле то какую вот целевую функцию, к какому мы по рейтингу оптимуму, там, так сказать, стремимся, или какие угодно тут слова использовать, но то, что мы зададим как наш вот такой целевой ориентир в городе, то и будет у нас эффективно. Да? На самом деле это так. И в этой связи, честно говоря, коллеги, вот я единственный тех, кто разрабатывает блестящие методики, очень призываю, хватит приводить примеры с транспортными объектами, особенно с мостами. Это уже, честно говоря, мне уже просто надоело. Я вторую вещь скажу, что Олег Артемович не обидится, наверное, но я заслушал, и Алексей Викторович, заслушал уже, наверное, больше сотни, даже 200, наверное, магистерских работ, являясь председателем ГАКа, как раз Высшей школы урбанистики, 5 лет последних, да, и сталкивались с этими темами, десятки раз уже, да, насколько увеличилась там, так сказать, проходимость объектов при реализации моей улицы там в Москве, да, насколько увеличился там товарооборот этих самых первых этажей, еще что-то и так далее.
полный тупик, никаких таких вот адекватных внешних расчетов, поправьте меня, коллеги, если я кого-то там забыл, да, я пока не видел, честно говоря, вот именно продуманных, обдуманных и так далее. Я сам сталкивался с этой сложной проблемой, по крайней мере, на региональном уровне, иногда тоже такие, иногда их называю оголделые управленцы, говорят, вот давайте мы эти все эффекты пересчитаем, давайте пересчитайте нам и социальные эффекты от разного рода бюджетных инвестиций. Но вот они в транспорте хорошо считаются. Дальше представьте себе простые инвестиции, например, капитальный ремонт там, больницы. Да? Я сразу говорю, ребята, дайте мне стоимость человеческой жизни, я вам легко пересчитаю тогда все социальные эффекты в денежную форму. Да? Ну и так далее. Создание того самого общественного пространства в виде городского парка с бесплатным входом, не создающего, не генерирующего прямые доходы там, для городского бюджета. Внедрить мысль о том, что здесь будут не отрицательные какие-то потоки, а позитивные для города, да, что людям вообще жить лучше станет. Да, и это увеличение вот этого человеческого счастья, оно как-то там тоже измеряется. Внедрить в сознание городских администраторов, которые пришли из бизнеса, это очень часто происходит. Они классные там управленцы были у себя на заводах там где-то. Да, придя в городскую администрацию, они вот внедряют всю эту методику в жизнь, давайте все пересчитаем. И они парк никогда не построят. Тут же поставят платную парковку посреди города, никому не нужную, так сказать, но дающую прямые позитивные там финансовые потоки. И на этом забудут. Поэтому здесь дело очень тонкое. Я полностью согласен с тем, что вообще городская экономика – это всегда вот эти самые экстернали или там провалы рынка. Здесь все так на этом построено. Без этого мы как бы вот не сделаем шага. Ну и, собственно, про финансы и про бюджет. Вот смотрите, если мы все раскладываем по полочкам, и то, что Алексей Викторович начал, и дальше все пошло раскладываться по полочкам, да, там, как экономику на части делаем, эффекты выделяем, тоже частные, про финансы. Есть три категории финансов в любой, так сказать, экономическом таком сущностном объекте. Это финансы бюджетные, финансы предприятий или корпоративные финансы и частные финансы. Кажется, все просто, давайте там все их как-то измерим, там сложим и поймем, сколько денег там идет на развитие той или иной территории и какой вклад тех или иных вот этих акторов. Ну, очень все сложно. Во-первых, там очень сложно определить, где граница public и private, и сразу мы не понимаем, сколько вкладывается из бюджета, а сколько частных там средств, да, и корпоративных, соответственно. Во-вторых, все эти абстрактные построения о том, что есть какой-то мифический там бюджет, это, честно говоря, вещь очень сложная, потому что мы все знаем, есть противостояние хранителей бюджетов разных уровней, которые доходят до там открытых конфликтов. Я имею в виду, что городской бюджет, там региональные бюджеты, федеральные бюджеты, это разные епархии, да, и между ними нет согласия, и заинтересованность у них разная. Вот сейчас подняли НДС, все говорят, упадет прибыль, да, упадет там прибыль, условно говоря, прибыль поступает в региональный бюджет, НДС федеральный. Есть какое-то понятие? Есть, да? Ну и так далее, там по другим примерам можно то же самое привести, поэтому это не единая какая-то вещь, которая вот мифическая, что есть какие-то позитивные эффекты для бюджета. В зависимости от того, кто носитель этой идеи, позитивные эффекты будут разные, соответственно, да, для того или иного бюджета. И я усугублю вот какую еще вещь. Значит, во-первых, действительно, городские администрации в нашей стране оказались как главные носители идеи развития города, скажем так, да, оказались действительно в загоне. Вы говорите, там 1/3 доходов, да вы что, меньше. В среднем было вроде 12, мы недавно смотрели по Нижнему Новгороду, который у нас там 5-й город, да, сейчас стал, так там вообще что-то 7-8. В последние годы процентов доходов, идущих в бюджетную систему города, в бюджетную систему страны с территории города, идет в городской бюджет. То есть вообще какие-то очень слабые, в разных городах по-разному. Очень малые цифры, 10 пусть процентов, не больше. И поэтому городская администрация с точки зрения генерации этих доходов, она очень лимитирована и ограничена. Дальше если посмотреть на возможности городской администрации оперирования какими-то финансовыми ресурсами для развития города, да, здесь на самом деле ничего нового выдумать нельзя. На самом деле даже столичные города, услышьте меня, в нашей стране, без Москвы и Петербурга, столицы субъектов федерации, почти наполовину по последним годам их доходы – это трансферты из региональных бюджетов. Да, то есть на самом деле они предопределены региональными властями, с некоторыми условностями, могу дальше дискутировать.
Окей, дальше. Если говорим мы про доходы, собственно, те, которые налоговые и неналоговые, ну, идут с территории в городской бюджет, это всегда половина, это, ну, не всегда, половина – это НДФЛ. Это не какие-то там земельно-имущественные комплекс, который генерирует эти доходы, а это НДФЛ, это реальная зарплата. На зарплату очень сложно влиять городской администрации. Ну вот, ну никак. То есть давайте, чтобы предприниматели из тени выводили все зарплаты, платили в белую и вообще увеличивали зарплату своим сотрудникам. Вы представляете, вот, ну, просто этот призыв, к чему он, как? Поэтому это тоже некая данность, которая городу, ну, как бы, грубо говоря, сваливается, он ни на что не влияет. Поэтому он может оперировать чем? Доходами, поступающими от земельно-имущественного комплекса, земельный налог, налог на имущество физлиц, платежи от там, продажи незастроенных участков, арендные платежи и там всевозможные от муниципального имущества и так далее, и так далее. И кажется, вот он, вот здесь нужно маневрировать, да. Но представьте себе, что даже в доходах, плохих, слабых доходах городских бюджетов, это в лучшем случае процентов 20 доходов. То есть даже те усилия там, по кадастрированию, по какому-то там описыванию всего на свете и вовлечению этого в оборот, пока дают очень мало эффекта. Поэтому мэры и там, заинтересованные лица и не видят, что это некий ресурс их развития. Они скорее выбьют какое-то финансирование сверху, чем, так сказать, будут с этим возиться. Плюс еще доходы от малого бизнеса, да, там будем считать, поступающие в местный бюджет. Ну, тоже, что у нас с малым бизнесом, то у нас и с доходами в городской бюджет. Мы понимаем, что здесь тоже все ограничено. Я еще только одно могу сказать, что, возвращаясь как бы на шаг назад, что нужно все-таки смотреть на то, что не только городские администрации, собственно, те какие-то активные субъекты, которые идут на развитие города. И даже если мы говорим про бюджет, почему-то принято говорить так, что вот из там, областного бюджета, регионального, идут трансферты в городской бюджет, это вот вся сумма, которая идет на развитие города. Да ничего подобного. Вот сейчас построили, так сказать, стадионы у нас к чемпионату мира, там по оценкам сколько-то, 600-700 миллионов, ну в некоторых случаях я, по крайней мере, видел, 600-700 миллионов рублей – это эксплуатационные расходы годовые, да, и их несет региональный бюджет, а не местный, да, поскольку это объект не муниципальной собственности, а это региональный или где-то федеральный там, ну вот. Это прямые вложения просто из областных бюджетов, которые оседают на территории города даже по одному объекту. Да, они же где-то вот, ну, тут сидят. Если мы такое посмотрим, то мы поймем, что очень часто иногда невидимые игроки являются как бы заинтересантами в развитии города. Вот федералы, которые содержат войсковую часть в каком-нибудь городе, дают для города гораздо больше, чем там вся городская экономика, городская администрация и так далее. Это вообще вне городской экономики, потому что градообразующее предприятие – это какая-нибудь тюрьма или там войсковая часть или еще кто-нибудь, который привносит деньги и так далее. Вот, ну, не секрет, что там в Томске, допустим, крупнейшим налогоплательщиком для города является Томский государственный университет. Именно не политех, а государственный университет. Ну, вот, потому что он именно для городского бюджета, для областного нет, а для городского он. А это деньги, напрямую поступающие из федерации вот, в соответствующие учреждения и оседающие в этом городе. И поэтому вот городская экономика и городские финансы как таковые – это нечто очень сложное такое явление, которое, когда мы начинаем щупать, оно как так вот, знаете, как амебы, выползает в одних случаях, в других случаях, мы никак не можем ее вот, поймать так, чтобы сказать, городская экономика и городские финансы с ним связаны – это вот что-то это. Это бюджет города, плюс там бюджеты каких-то основных инвесторов, плюс бюджеты граждан, которые потратили их на какие-то определенные нужды там, и так далее. И также с точки зрения каких-то перспектив. Очень я осторожно всегда отношусь к тому, что нужно считать как раз вот эффекты, выражаемые в денежной форме. Все-таки город, он для того, чтобы людям жилось хорошо, и это главное. Да? А вот как это измерить? Вот как измерить этот уровень городского счастья? Ну, к сожалению, я лично не умею. Да? Может, кто-то вот знает, умеет, и тогда мы уж Нобелевскую премию ему дадим. Нет, но можно процентом жилищного фонда без туалета, например, исчислять. Для Российской Федерации достаточно этого показателя. Или там еще, ну, очевидные вещи. Да? Ну, то есть хорошо. Это не та страна, где мы уже можем переходить к оценке счастья, мне кажется. Тут как раз проговорили, да, воинская часть, градообразующая. Это очень интересно. Да, многие ли из вас задумываются, да, что градообразующим предприятием города Москвы является правительство Российской Федерации?
Вот подумайте об этом, да? И... Олег Артемович, давайте мы передадим слово вам. Вот лично меня даже еще бы очень интересовало, каковы в структуре нынешней регламентирующей документации вы видите потенциал для того, чтобы зафиксировать все-таки вот такое отношение к городу и к его экономике и так далее, к территории. Хорошо. Да, я понял. Да, добрый вечер. Я прошу прощения, я ни разу не экономист, поэтому, возможно, мое представление об экономике города будет очень смешным, но мне хочется вернуть тему нашего разговора к тому началу, как бы, которое задал Алексей Викторович. Как бы, для меня вопрос об экономике города действительно не экономике того, что в городе, а экономике города. Это вопрос об уникальном продукте, который город производит. Вот город производит, а не город не производит. И, на мой взгляд... Вот этот уникальный продукт – это выбор. Выбор – второе имя города. Город производит выбор. Если вам не нужен выбор услуг, контактов, типов городской среды, всего остального, вам не надо жить в городе, вам надо жить на хуторе, и это будет великолепно. У вас будет собственный лес, у вас будет там собственный бар, собственный дом, и это будет все ваше, и там не будет посторонних. Но город производит выбор. И максимизация выбора, как бы так сказать, да, эффективное наращивание выбора, на мой взгляд, и есть целевая функция города. Мера количества этого выбора – это результат агломерационного эффекта, и это эффект развития города. А что является затратами на достижение этого выбора? Ну, естественно, как бы те объекты, которые этот выбор обеспечивают, и время, которое человек может потратить на этот выбор. Город производит, еще раз, как я сказал, выбор. Эффективное развитие города – это такое развитие города, при котором как бы, наращивание выбора происходит как бы, быстрее, чем затраты на размещение объектов, которые этот выбор обеспечивают. Это такие теоретические рассуждения, но не так далеко отсюда, в Музее архитектуры, проходит выставка НЭРа. И один из основополагателей этой группы, Алексей Гутнов, разработал каркасно-тканевую модель. Модель, которая показывает, раскрывает эволюционный цикл развития города, цикл территориального роста, структурной реорганизации. И природа вот этого циклического явления связана с тем, что таким образом поддерживается достигнутый уровень доступности объектов. Необходимость циклического повышения плотности городского каркаса, вот это то, что ведет к появлению полицентрических структур, связано с тем, что это обеспечивает поддержание целостности бюджета времени человека, позволяет как бы, ему поддерживать этот выбор. Я говорю это к тому, что это чрезвычайно инструментальная теория, которая позволяет оптимизировать уже на уровне разработки документов территориального планирования взаиморазмещение различных объектов в городе. И если у нас как бы, так сказать, образ жизни изменился таким образом, что основными связями являются как бы, там, не дом работа, а дом библиотека или дом там, спортклуб, как бы, так сказать, то взаимосвязаны именно эти объекты. Но важно то, что мы можем мерить меру этого взаимодействия и тот выбор, который предоставляет каждая территория в структуре города, и оптимизировать это взаиморазмещение. И когда мы разрабатываем материалы по обоснованию генерального плана, эта модель на сегодняшний день есть, она существует, она функционирует. Мы провели эксперимент, мы на очень ограниченном количестве территорий, которые реально могут оказаться как бы, освобожденными от застройки в силу ее амортизации, жилой застройки и производственной, мы проиграли вариант, когда мы как бы, некие наработанные на уровне проектов планировки проектные решения заменили теми, которыми рекомендует модель. Как бы, мы изменили не объем суммарной застройки, мы ее перераспределили по территории города и посмотрели, как бы, так сказать, каков эффект. Это было очень здорово, потому что мы таким образом, на самом деле, получили сокращение корреспонденции в городе. Мы сократили время, которое тратит население города, и существенно сократили на нерациональное использование, как бы, просто как бы, временную усталость. Не значит, что мы как бы, так сказать, достигли некого чуда. Мы снизили, на самом деле, как бы, нагрузку в самых напряженных местах, увеличив ее в некоторых менее напряженных. Но, тем не менее, эта модель работает чудесно. Модель работает, мы можем оптимизировать структуру использования территории, повышать эффективность использования территории. Почему это не работает? А дальше начинается как бы разговор про то, что нам мешают. Нам мешает градостроительный кодекс и существующая структура документов территориального планирования, вообще градостроительного проектирования. Вот на мой взгляд, как бы, так сказать, да, я не вижу в действующем законодательстве, хотя туда внесено за последнее время такое количество изменений, что страшно представить, как бы, так сказать. Но на сегодняшний день
те документы, которые предусмотрены законодательством, позволяют создавать эффективные инструменты управления пространственным развитием. Это, как бы, так сказать, мое твердое в этом убеждение. И если кто-то говорит, что это не так, то это как ситуация, знаете, с кошками. Вы просто не умеете их готовить. Как бы. Если вы хотите управлять территорией, если вы понимаете, для чего это надо, вы сможете создать в рамках действующего законодательства инструмент управления. Я это гарантирую. Но есть другая проблема. Мы не хотим эффективно использовать территорию. Вот мы все, вот и вы, сидящие в этом зале в том числе. Правительство Москвы с 2011 по 2014 год потратило бешеные бабки на то, чтобы разработать проект межевания всех территорий размещения многоквартирной жилой застройки. На сегодняшний день у каждого многоквартирного жилого дома есть сформированный земельный участок. Ну, где-то 80% этих проектов межевания уже утверждены. Ну, есть какое-то количество потерянных или зависших, но 80% утверждены. Знаете, какое количество правообладателей подали заявку на регистрацию своего имущественного права? 7%. 7%. Ну, в разных, в основном там, где были на самом деле ЖСК созданы. Вот там, где они и раньше, как на самом деле, имущественные права, да, где они понимают, что это... Вы можете быть сколько угодно против проектов межевания, но когда вы не вступаете в свои имущественные права, да, вы не становитесь гражданином. До тех пор, пока мы не взяли на себя ответственность за развитие этой территории, мы не граждане. И ПЗЗ будут любые в этой ситуации, потому что нечего с нами считаться, мы никто. Мы не влияем на развитие этой территории. И вот это, к сожалению, для меня самое печальное, как бы, так сказать, в ситуации, хотя и самое, как бы, реальное объяснение того, почему неэффективно используется территория города и почему неэффективны наши документы территориального планирования. Вопрос за нами. Мы должны стать гражданами, взять на себя ответственность за развитие этой территории, взять на себя имущественные, да, платежи и затраты по ее содержанию. И с этого момента начинается другая история. Все, спасибо. Ну вот, Сергей Анатольевич, вот вы как руководитель компании, взявший на себя ответственность за довольно большие фрагменты территории и, так сказать, увеличивающий искусство их, так сказать, в том числе экономическую, вовлечение в жизнь. Вот отреагируйте, пожалуйста. Мне кажется, Я не большой теоретик в экономике, в градостроительстве тоже, ну, так сказать, от Сахи, да. Вот, поэтому у меня, как у гражданина, есть желание подняться еще на уровень выше. Вот. Мне кажется, город нам не нужен. Нам нужны линейные объекты в виде газопроводов, которые, ну, то есть людей, которые обслуживают газопроводы, которые идут от места добычи до точки экспорта. Да? Такой линейный объект. Город не нужен в этом случае. Да? Вот. На самом деле это вот все, о чем говорили, да, не сходится, почему экономика. Да? Потому что сырьевая экономика, в ней город не является производительной силой. Да, в ней производительной силой является скважина, шахта, да, ну и, соответственно, транспортная инфраструктура, транспортирование основной ценности. То есть ресурсов знаем, куда на место переработки за границу. Да, поэтому вот эта экономика, она не сойдется. Да, и именно поэтому возникают такие странные вещи, когда воинская часть или госучреждение становится основным предприятием в городе, которые основные налоги приносят. Да, ровно поэтому, потому что ресурсы распределяются сверху, а город изначально возник именно как место, где эти ресурсы появляются. Да? Ну, там, средневековый город, классическая история. Да? Почему туда люди съезжаются? Потому что там, собственно, основное место производства ценностей разных, да? Культурных, экономических, всяких разных. Вот, это первое, что я хотел сказать. Второе, я хотел сказать, что если представить себе, что экономика все-таки более здорова, и нам нужны не линейные объекты, а города, то тогда у меня следующее соображение, что вот этих экономических аспектов и социальных аспектов, их очень много, да, их реально взвесить и оцифровать, мне кажется, практически нереально. Да? Вот, например, мы в своей деятельности там, ArtPlay пытались оценить, какое это влияние оказывает на туризм города Москвы.
Да невозможно это посчитать, сколько туристов приехали в Москву, посетили нашу площадку, и сколько они денег оставили в Москве, в гостиницах, в общепите и так далее. Но гигантское количество факторов, которые каждый по себе вроде бы можно посчитать, а при этом социальные факторы вообще не считаются, криминогенная атмосфера и так далее. Ну вот это вот все. Вот, поэтому, к сожалению, здесь, мне кажется, единственный два пути решения этой проблемы, да, это создание честной конкуренции между агломерациями и регионами без гигантского центра Москва, маленького центра Санкт-Петербурга и все остальное, некое поле сильно зависимых от федеральной власти регионов, да, то есть конкуренция реальная между регионами в двух аспектах: за деньги бизнеса и за население. Да, где хорошо, туда люди едут. Соответственно, там есть социальная инфраструктура, там интересно. Бизнес вкладывает деньги там, где созданы для этого наилучшие условия. Это первое. И второе – это увеличение роли, собственно, местной власти и честные выборы в этих регионах, которые отрегулируют историю с социалкой, с криминогенной атмосферой и с тем, довольны ли жители жизнью в этом городе. Все. Вот, собственно, мое мнение. Спасибо большое. Дмитрий Андреевич, вот что-то мне подсказывает, что представителю Института развития есть что добавить к общей теме. Кирилл Владиславович, спасибо. Вот не первый раз хожу, замечательные эти встречи. Первый раз такой накал, значит, явно подобрались к чему-то, вот, что вот в самой-то глубине проблемы и лежит. Несколько ремарок не с позиции Института развития, потому что мы дочка Института развития, мы занимаемся R&D и, по сути, занимаемся региональными стратегиями, исследованиями, экспертизой. И максимум с точки зрения положения веба в этой системе мы занимаемся оценкой перспектив того, какие проекты на каких территориях скорее попрут. Вот несколько ремарок. Очень понравилось, как началась дискуссия с вот этой вот дихотомией экономика в городе или экономика города. Но Владимир Викторович вот внес, на мой взгляд, очень важное уточнение: есть еще город в экономике. И правда, она, наверное, лежит где-то посередине между городом в экономике и экономикой города. Татьяна Дмитриевна, когда по заказу Дом.РФ делала замечательное исследование, в том числе, где была капитализация жилого фонда, у нас с 2010 по 2016 год на 22%, это первое место, выросла экономика какой агломерации? Но вот сейчас люди, которые имеют дело с градостроительным комплексом города Москвы, меня убьют, но это Казань. Это о чем-то говорит. В 2000-е годы, это вот абсолютно субъективная моя оценка, Казань – единственный город из городов-миллионников России, стратегия для развития которого была реализована в значительной степени. А почему? То самое внимание свыше было привлечено. И вот когда... Теперь вопрос. Когда мы говорим об эффективности экономики города или экономики в городе, нужно задать два вопроса. За второй вы меня убьете, а первый, он логичный. Эффективность для кого? Для того, кто вкладывает деньги? А как вкладывать? С помощью каких инструментов? У нас есть достаточное количество освоенных, апробированных, понятных всем инструментов государственно-частного партнерства для того, чтобы осваивать территорию. У нас нормативная среда позволяет осваивать город совместно бизнесу и акторам на различных уровнях власти. Кстати, про различные уровни власти тоже отдельный вопрос. С внешэкономак возглавляет Игорь Иванович Шувалов, который 10 лет был первым заместителем представителя правительства. И вот когда он приезжал в Приморский край, половина которого находится, собственно говоря, в ведении Минобороны, он поставил простой вопрос. Край писал: дайте нам эти земли. Присутствовал Сергей Кужугетович на этой встрече, сказал простую вещь. Да не вопрос, отдадим. Возьмите на себя ответственность за содержание этих военных городков. Земли там же, где и остались. Не взяли. Вот вторая ремарка. Когда мы, с одной стороны, говорим о том, что мы не должны сводить город к тем функциям, которые в нем есть для экономики большой, для макроэкономики, не должны сводить там к строительству, там, к жилью, но, с другой стороны, такой интегральный показатель, как
что стоимость земли, что капитализация жилого фонда. Она все равно подвержена так или иначе рыночным факторам, которые находятся за пределами влияния и городских властей, а иногда и федеральных. Это же тоже отдельный момент. Сегодня 90 лет, как отмечали бы сегодня мы день рождения, 90 лет Александра Моисеевича Пятигорского, замечательного философа. Он сказал в одной из своих художественных книг классная была фраза, что чужесть к городу – это первый шаг к необратимой чужести к себе. А нужно ли нам вообще замерять эффективность города и вообще вот этой всей истории? С точки зрения проектов, да, с позиции того, кто вкладывает деньги. А так, по большому счету, ну что, у нас есть человек, у человека есть уровень жизни, который, да, можно замерять по-разному. У нас есть конкуренция между городами, люди едут туда, и в тот или иной город. Это уже достаточно, в принципе, интегральный показатель. Но это исключительно моя точка зрения. Прошу прощения, что много времени забрал. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот у меня буквально несколько таких. Да, на одну минуту, да, буквально, да. Смотрите, из того, что я услышал, мне кажется, что, во-первых, у нас сейчас такая постсоветская как бы экономика, то есть мы не отошли за эти 30 лет, несмотря ни на что, от того, что, ну, только как бы хуже стало, да. А в принципе, все, что происходило в Советском Союзе, в общем, такое... Оно и происходит. Значит, что это значит? Значит, что существует ситуация такая. Всех устраивает сегодняшняя нефтегазовая экономика, что бюджет наполняет воинские части, правительство Москвы и так далее, и так далее. То есть в целом нет ни у кого, в общем-то, такого, ну, как бы на высшем уровне желания что-то с этим менять. Потому что, в общем, непонятные эффекты, и вообще все это очень сложно. И как бы зачем? Потому что, ну, тут главная борьба за стоимость нефти, да, то есть если бы она там стоила сейчас 20 или 15 долларов за баррель, ну, наверное, бы мы начали задумываться. А так, в общем, как бы все пока нормально. Вот. Второе, вытекающее из этого, соответственно, нету задачи администрации города никакого вообще, сколько я не общался, по-моему, зарабатывать, собственно, на развитии земли, на повышении этой стоимости земли и недвижимости, да. Ну и, соответственно, если нет такой задачи, дальше по ниспадающей нет, собственно, и задачи у собственника вообще и понимания. Никто ему не говорит, что он собственник и что он может что-то там, значит, эту землю себе оформить. И, соответственно, и у него уже совсем нету по нисходящей понимания, как на этом можно зарабатывать. Потому что, ну, также реплика, как делались эти проекты межевания. То есть, ну, понятно, что эта земля была заморожена в том виде, ну, как бы отмежована в том виде, как она есть. То есть никто ее как бы не проектировал, потому что каждый двор, каждый кусок земли нужно было сначала как бы спроектировать, как это было сделано в восточных странах Европы. И я такой опыт видел, смотрел, встречался с людьми, кто это разрабатывал. Да, ну вот, поэтому дальше по нисходящей, и исходя из всего этого, что нету ни цели, ни задачи, в общем-то, никто не понимает, зачем это, потому что главное – это нефть и газ, нету никаких механизмов, как, собственно, это реализовывать. То есть... И никто, собственно, не собирается их пока разрабатывать, менять эти нормативы именно в этой связи. Поэтому все сегодняшние как бы, планы развития городов, они связаны именно с привлечением федеральных денег там, на какие-то общие такие работы по благоустройству всех городов. Ну, может быть, сейчас появится по повышению экономики всех городов. Но как бы окей, но как бы надо понять тогда, изначально зачем мы это делаем, что мы хотим. То есть если мы хотим, чтобы города у нас зарабатывали, были богатыми, самостоятельными, и, наверное, дальше уже и выстроятся все эти системы. Действительно, вот кто-то сказал с коллег, что и дальше уже задача экономистов как бы все это наладить, эту систему как бы довести ее до совершенства. Спасибо. Это если коротко, да. Я хотела, во-первых, поблагодарить организаторов за чрезвычайно интересную инициативу поговорить об экономике. Я, например, архитектор, в экономике не разбираюсь абсолютно, но, если честно, приходится. Но особенно в последнее время, поскольку мы занимаемся достаточно много малыми городами, историческими поселениями, и вопросы создания планов управления без экономики, без мультидисциплинарного подхода, естественно, невозможно. Но я должна сказать, что, тем не менее, данное обсуждение вызвало у меня очень много вопросов, что говорит о том, что, наверное, это только начало какого-то длинного
пути или серии более конкретных сессий на более конкретные темы. Собственно, какие вопросы? Ну, во-первых, первый вопрос, конечно, почему не пригласили Лившица? А дальше вопрос следующий. Мы говорим об экономике города. О каком городе мы говорим? Дело в том, что нет, на мой взгляд, единого подхода универсального к городу. Есть города. Более того, даже если мы их отранжируем по их размеру, они все равно будут очень разными. Два города с абсолютно одинаковой историей, одинаковым контекстом, находящиеся на расстоянии 100 километров, сегодня живут диаметрально противоположной жизнью. В одном капитализация растет, в другом, а другой город умирает. Почему? Ну, я просто так в качестве примера, а не в качестве, так сказать, развернутого ответа. Хотелось бы, безусловно, понять, о каком горизонте планирования экономики идет речь. Вот, например, глядя на вот эту замечательную методичку, у меня возникло несколько таких вопросов, помимо горизонта планирования. Во-первых, она говорит только о том, что нужно что-то создать. Как оно там дальше жить, будет непонятно. И инструментов мониторинга и оценки результатов в долгосрочной перспективе здесь, на мой взгляд, не заложено. Во-вторых, развитие априори предполагает застройку, то есть создание новых и новых объектов. А старые куда девать? Кто-то пытался посчитать вообще соотношение, меня давно интересует эта тема, но я не нашла нигде, может быть, кто-то подскажет информацию, какой процент недвижимости составляет так называемый вторичный фонд, не только жилой, от вновь создаваемого. Какова вот эта динамика и каково состояние этого вторичного фонда, и почему мы не знаем, что с ним делать, и... Отлично, я буду рада, если вы мне дадите краткую справку. Но я догадываюсь, просто мы все понимаем, да, что соотношение таково, что очередной проект реновации в любом новом месте не факт, что приведет к позитивной экономике, как нам сегодня объяснили. Что еще? Если мы говорим о том, о каком бы то ни было городе, то, наверное, мы должны коснуться и пространственной парадигмы развития этого города. Это город с жестким функциональным делением, зонированием, то есть это город-наследник Афинской хартии, или это какой-то иной город, город выбора и возможностей, о которых Олег Артемович говорит. А это два абсолютно разных города. Еще, мне кажется, очень важный вопрос, а до какой степени города должны развиваться? Вот в какой момент город должен перестать развиваться? И есть ли такой момент? То есть речь, скорее, для меня идет о разнообразии теоретических подходов, о разнообразии каких-то экспериментальных исследований, потому что на самом деле мы действительно стоим сегодня, не только Россия, в общем-то весь мир действительно стоит на пороге очень интересных изменений, когда... привычное представление о городе как о некой системе слободских структур, где жилье должно было формироваться вокруг места приложения труда, и неважно, это, так сказать, средневековый принцип или это индустриальный принцип, и этот принцип сегодня исчез. А какой принцип мы сегодня городского планирования создаем? Ну, в общем, не буду больше... последнее, что, наверное, хотела сказать, в публичном счастье. Мне кажется, что социальная ответственность и задача создать публичное счастье – это две разные задачи. И меня некоторым образом пугает такая цель – создать некое единое публичное счастье, как и единый подход к экономике города или экономике в городе. Да, спасибо. Я выступлю, наверное, здесь как представитель муниципалитета, как единственный, наверное, здесь представитель муниципалитета, но зато самого крупного в России. Значит, если задавать вопрос, заинтересованы ли сегодня администрации в экономическом развитии города, ответ будет, конечно, так вот, объективно не заинтересованы. Потому что, смотрите, Новосибирск самый самостоятельный по бюджету из 80 крупнейших городов России, при этом уровень субсидирования из вышестоящих бюджетов 1/3. То есть это самый самостоятельный, да? У всех, значит, этот уровень субсидирования выше.
Это значит, что бы мы ни делали с экономикой, эффективность лоббирования интересов наверху, да, она будет гораздо, то есть гораздо, гораздо эффективнее, чем любые действия по развитию экономики. Это вот первая ремарка. И второе. Вот мы много говорим, в частности, здесь много говорим о, таких потенциальных доходах для разных субъектов, которые возникают при развитии территории, но мы почему-то практически не говорим о возникающих расходах, и в частности о возникающих бюджетных обязательствах. Смотрите, львиная доля доходов бюджета города Новосибирска 10 лет назад – это были доходы от продажи аренды земли, от сдачи в аренду земли. Сегодня земля кончилась, да, продавать нечего, но у нас возникают необеспеченные, у нас возникли в момент продажи необеспеченные бюджетные обязательства, которые мы теперь должны выполнять. Строительство школ, детских садов, дорог и так далее. Вот не в Новосибирске, но в Перми мы считали, там приходится до 15 тысяч рублей на один квадратный метр жилья. Да? То есть это строительство инфраструктуры. И получается, и сегодня, да, сегодня, то есть в тот момент, когда мы продавали землю, мы это не считали, нам важно было получить деньги в бюджет. Сегодня мы это понимаем, сегодня мы это начинаем регулировать, регулировать через ПЗЗ, регулировать через установление ограничений в регламентах. По сути, в чем-то мы обманываем тех инвесторов, которые пришли 10 лет назад, вот, значит, получить. Но у нас сегодня нет другого выхода, потому что если строительство жилья у нас, ну, например, по отношению к заложенным в генеральном плане Новосибирска, идет опережающими темпами, то строительство социалки, ну, это в лучшем случае 5-10% от необходимого. И этот разрыв, он все время увеличивается. Спасибо. Спасибо большое. Саш, вы сейчас, да? Да, очень, очень коротко. Ну, значит, для начала хочу вот просто подчеркнуть, что наша сегодняшняя дискуссия на тему городская экономика, экономика в городе, и мы на самом деле очень так вначале Алексей Викторович сказал про то, что существуют как бы два таких взгляда на экономику города. И мы как-то вот в процессе разговора сконцентрировались на одной половине, связанной непосредственно с экономикой локальной внутри города, да, и отошли от того, о чем говорилось вначале, что экономисты смотрят на городскую экономику как вклад ее в ВВП страны, как некая возможность для экономического роста страны в целом и так далее. То есть мы сконцентрировались на локальных, так сказать, как это назвать-то, сфере услуг, рынок земельный, там, недвижимость и так далее, то, что влияет непосредственно на пополняемость местных бюджетов, то есть то, что служит как бы источником доходов муниципальной экономики, ну, то есть уравняли, по сути, понятие городской и муниципальной экономики, и одним из как бы главных таких критериев показали, что вот если то, что происходит в городской экономике, пополняет расчетный счет юридического лица мэрия города такого-то, то вот это вот городская экономика. А то, что лежит за рамками вот этого всего, и может быть при этом находится в городе, это уже не городская экономика, это что-то другое, непонятное. И вот с этим непонятным вообще неизвестно, что делать, потому что, как бы, ну, понятно, что у нас есть некая доминирующая точка зрения про то, что вот агломерации наше все там и так далее, а как бы ничего другого мы в этой сфере уже не видим. И, соответственно, как бы вот то, что Александр Юрьевич вперед меня сказал, да, вот тоже интересная очень мысль, что действительно, когда мы говорим про инновационную экономику, там, кластеры, встроенные в мировую систему разделения труда, все это действительно как бы не дает никаких эффектов в сфере городской экономики, потому что, ну, понятно, да, что это лежит за рамками интересов администрации, так сказать, и мэрии, которые, ну, так сказать, кормятся с другого. И поэтому очень интересный парадокс здесь, то есть как мы видим рост, за счет чего рост наших городов, да, ну, то есть, грубо говоря, их экономики, переустройство их, структуры их экономики, какие-то новые доходы, при том, что субъектов, заинтересованных в этом, так сказать, в принципе, в нашей, так сказать, действительности не существует. Вот. И мне кажется, что вот с точки зрения именно экономической теории это очень такая важная, так сказать, проблема того, что вот микро у нас это одно, макро это другое, и как это, так сказать, увязывается между собой, мы совершенно себе не представляем. Вот. И на самом деле то, что у нас второй момент еще тоже
вот, лежащий в макроуровне, это то, что мы фактически имеем запрет на обсуждение темы конкуренции между городами. Потому что если ну, развитие города, так сказать, то это означает, что один так сказать, у нас умирает, а другой так сказать, развивается. А у нас на самом высшем уровне прямо сказано, что нет, все города у нас должны развиваться. Так сказать. Ну и понятно, что в итоге не развивается никто, ну и как бы так сказать, имеем то, что имеем. Вот. И другой еще момент, вот быстро тоже скажу, что вот про жилье, вот много сейчас говорят, да, новые требования как бы, к жилью, что вот первые этажи коммерческие, так сказать, квартальная застройка, то есть то, что, казалось бы, должно было как-то запустить процессы городской экономики, ориентированные в том числе вот, на муниципальные бюджеты, но при этом мы понимаем, что пространственная структура наших городов, она уже сформирована, так сказать, в советский период, ну, об этом тоже много говорят, вот, в том числе Кирилл мне постоянно рассказывает, потому что вот, микрорайоны, они, так сказать, это плохо, надо вот квартальное, но при этом мы не понимаем, где мы это будем строить, да, потому что, с одной стороны, у нас уже ядра, скажем так, городов застроены вот этим вот всем, чтобы заместить это и запустить какие-то процессы, у нас в наших уже сложившихся городах под это места нет. То есть, грубо говоря, если мы построим современный квартал где-нибудь там на окраине Воронежа, да, какого-нибудь, ну, то, условно говоря, так сказать, вряд ли это какую-то, так сказать, существенную коррективу внесет в то, что, так сказать, имеется у нас в сфере городской экономики. Поэтому на самом деле увязка микро- и макроуровня вот в этом вопросе, она полностью пропадает, и мы совершенно все не знаем, чего с этим делать. Вот, собственно, на эту тему мы как-то очень мало поговорили сегодня. Вот. Александр Ильич, вы... Да я, честно говоря, не собирался выступать, потому что я, во-первых, хотел поблагодарить тех, кто здесь уже выступил. Я услышал очень много интересного. Я понял, что вопрос гораздо сложнее, чем он кажется на простом таком обывательском уровне. Но, с другой стороны, мне кажется, что то, о чем мы говорили, это как бы взгляд на город с определенной точки зрения, под определенным углом. Надо сказать, что архитекторы, они все-таки говорят, ну, такие традиционные архитекторы, к которым я отношу себя, они говорят немного на другом языке. И мне кажется, что есть проблема вот некого перевода вот с этого языка, на котором, в общем-то, шла, ну, достаточно хаотично, но, тем не менее, речь сегодня на вот наш традиционный архитектурный язык. Я думаю, это проблема скорее архитекторов, чем экономистов. Спасибо. Андрей Владимирович, вы? Ну, давайте. Вы знаете, я про другое хотел говорить, но вот я не могу не защитить советскую власть. С конца 70-х, Николай, значит, я ходил все время в экспертизу. Была такая стадия, называлась она СТЭО, техно-экономические обоснования. Поскольку занимался я там больницами, всякими, значит, культурными и прочими делами, мне говорят, ладно, ты не пиши там про экономику, ясно дело, что это затратно, 10% мы себе и так снимем, но ты напиши про социальный эффект. Я ему, естественно, отвечал вот этим мемом, что если я напишу, то ты мне дай, пожалуйста, Нобелевскую премию за это. Он говорит, Нобелевскую я тебе не дам, но ты напиши все равно, понимаешь? И если вы копнете все эти кладези премудрости, да, за эти десятилетия, то вы найдете там бездну, в общем, всего интересного. То есть огромное число людей со всякими степенями и так далее. Олег, помнишь это, да? Замечательный был документ под названием «ТЭО генерального плана». Да? И вот там все про этот самый социальный эффект замечательным образом говорилось. Вы там не найдете ничего, что, в общем, было бы социально неэффективно. То есть до вас люди упражнялись и достигли высот вообще в этом деле. Это замечательное, в общем, занятие. Можно эти деньги посчитать. Проблема в одном, что получить их нельзя никак и никогда. Просто. Понимаете? И в этом все дело. Вообще город существует только для того, чтобы получить социальный эффект. В принципе. Вот если мы из этого, об этом, в общем, все говорят, если мы из этого будем исходить, тогда, в общем, все будет понятно и все будет ясно. Меня вообще всегда восхищало, я тоже далеко не экономист, но меня восхищала одна история, которую я услышал давно, услышал от людей, с которыми я даже потом познакомился, это люди из Гарварда, люди из Бирмингамского университета, которые просчитали до года момент обрушения СССР. Просто. Через систему косвенных показателей. Поразительно это значит, что была детская смертность, младенческая смертность, количество абортов и так далее. Почему? Оказывается, что остальной статистике они не верили. Вот эта статистика каким-то образом, во-первых, оказывается, опубликовалась, была в доступе, а во-вторых, они выстроили некоторые модели, позволяющие им, значит, скоррелировать и построить некоторые зависимости между этим и этим. Я говорю к тому, что вот эти зависимости, они чрезвычайно интересны. Если вам удалось это проследить, это было бы замечательно. А вообще хотела сказать об одном, что меня беспокоит одно. Мы занимаемся ложным объектом, потому что города сегодня нет.
Города сегодня нет. И даже вот эта замечательная, так сказать, мысль о том, что город дает нам какие-то преимущества, в частности, преимущества выбора, сегодня не работают. Просто я вспоминаю своего приятеля, который говорит: ты знаешь, я сейчас работаю в Риме, ну вообще дома у меня в Швейцарии, где-то там. Сегодня пространством выбора для определенного числа людей, которые нуждаются в этом выборе, которые ценят этот выбор, является весь мир, в общем. Весь мир. И вообще нам надо переставать говорить о городах, потому что это фикция, это, как сейчас говорят, не знаю, фейк, что угодно, а заниматься территориями и сетями. Территориями и сетями, еще раз я говорю, это совершенно определенные структуры, у них есть своя природа, свои смыслы, своя экономика и так далее, до тех пор, пока... Ну, опять же, Олег, о чем ты говорил, о чем говорил Алексей в свое время и так далее. Если мы начнем этим заниматься, то наверняка это будет некоторым путем, что ли, к объединению усилий тех, кто занимается пространством, и тех, кто занимается цифрой или экономикой. Вот все, что хотел вам сказать. Спасибо. Олег Владимирович, спасибо. Не зря вспомнили Адама Смита. Огромное удовольствие получил от Алексея Викторовича выступление. Дело в том, что политэкономия – это же очень просто. Тут экономика в городе или экономика города – это цели, средства. И мне кажется, здесь все понятно. Одна из них – цель, а другая – средство. Средство – экономика города. А понятно, да? И если говоря об экономике, просто хочу пошутить уже просто. Вот говорили выбор, да, земля и счастье. Если переложить, так сказать, дискуссионно, экономика – это деньги, и вы получите единицу счастья, единицу, так сказать, выбора или единицу земли, да, что бы вы взяли? Все. Что я хочу сказать. Я, послушав выступление сегодня, и вообще на самом деле, вопросами эффективности и моделирования занимаюсь достаточно давно, даже, в общем, проотсутствовав приблизительно 30 лет непосредственно в архитектурной практике, вернувшись после 30-летнего отсутствия обратно, понял, что, в общем, ничего не изменилось. Как все было 30-40 лет, так, в общем, все осталось. Причем осталось неизменно, знаете, поменялись компьютеры, поменялись методы исчисления, еще что-то, но ментальность у нас не изменилась. Но, к сожалению, она, тем не менее, изменяется. И проблема заключается в том, что в парадигме социально-экономической эффективности между двумя очень фундаментальными составляющими социальная и экономическая вместо дефиса теперь стоит знак вычитания. То есть фактически мы говорим о том, что мы социальные аспекты не обращаем на них внимания не в силу того, что мы, может быть, не умеем или не хотим. Просто обстоятельства, в которых мы сейчас оказались, говорят о том, что мир не для нас. Вернее, не для социума. Да, мы считаем деньги, причем мы очень любим считать деньги не только в своем, а преимущественно в чужом кармане. И эта тенденция касается, в общем-то, на самом деле всех без исключения, и наш цех архитектурно-урбанистический в том числе. Вот, собственно говоря, вкратце все, чтобы не тянуть время. Потому что я мог бы прокомментировать очень много интересных моментов про стадионы, про центры притяжения, про то, как Никольская улица вдруг неожиданно стала центром притяжения во время чемпионата мира, хотя все давным-давно об этом предполагали и предрекали. Я могу долго рассказывать, потому что до этого я работал со спорткомплексом и знаю, как это все происходило. То есть проблема очень серьезная на самом деле, и прежде чем считать что-то, мы должны понять, в общем, а зачем мы это делаем, к чему мы это ведем. Спасибо. Спасибо. Ну и тогда какая тема дискуссии следующая должна быть с вашей точки зрения, если это серия? Ой, я так экспромтом, наверное, не скажу, но ясно, что это, ну, нужно рассматривать именно город как социум, как социальное Хорошо. Явление, в первую очередь. Спасибо большое. Коллеги, я считаю, имеет смысл вам подытожить, как нашим ключевым спикерам, буквально минута, и, может быть, будут какие-то еще вопросы из зала, но, в принципе, мы закончим тогда. Дискуссия чрезвычайно интересная. Очень важный вопрос подняли о качестве городской среды. Понимаете, вот качество городской среды, экономические последствия от развития этого качества. Знаете, международные практики на сегодняшний день, в передовой международной практике, если мы возьмем, например, методику Европейского союза по оценке качества городской среды или американскую методику оценки качества городской среды, как бы это было неприятно, они построены на стоимостной оценке социально-экономических эффектов, возникающих в результате развития качества городской среды. Просто мы сосредоточили сейчас на советской практике, на российской практике, Лившица вспомнили и так далее. Но это тенденция передовой экономической мысли в мире. Дать стоимостную оценку непросто, это самый сложный путь. Но, к сожалению, если мы хотим видеть последствия,
Это делать необходимо. А какие последствия? Вы сейчас только что говорили о последствиях. Не секрет, что в Москве, когда расторговывают земельные участки под застройку, очень часто никто не выходит на эти торги. Инвестор, производя расчет освоения этого земельного участка, понимает, что он получит на выходе убыток. Цель тех методов, которые мы показывали, не допустить заведомо провальных проектов, которые не будут интересны никому. Ни инвестору с точки зрения отдачи финансовых средств, вложенных в этот земельный участок, ни городу с точки зрения доходов, которые может генерировать эта территория, ни населению, которое не получит должного качества городской среды, многофункциональность территории и оптимизацию, в том числе передвижения по городу. Вспоминая про триллион рублей, вкладываем в транспортную инфраструктуру, необходимо помнить еще о том, что в первую очередь транспортная инфраструктура развивается не для того, чтобы повысить капитализацию объектов недвижимости, хотя, несомненно, она приводит к этому эффекту. И общая инвестиционная привлекательность города растет. Но ее задача – выполнять транспортную работу. А это, опять же, комфорт городской среды и социально-экономические эффекты. И все-таки моя большая просьба ко всем участникам, присутствующим. Ознакомьтесь с теми методами, которые мы предлагаем, с методами оценки финансовой резервности и социально-экономической эффективности. Там пример не только мостов. И видов этих эффектов великое множество по каждому типу городской инфраструктуры, которая там приложена. Мы замахнулись, да, на оценку этих эффектов и последствий. Но, по крайней мере, мы вот сейчас на этой дискуссии можем предложить конкретные решения с нашей стороны. Не заставляем никого ими пользоваться или взять их к себе для обязательного руководства. Но, по крайней мере, мы здесь конкретный продукт можем представить и его обсудить. Если есть альтернативные способы расчетов, и кто-то ими располагает, мы с удовольствием готовы будем их рассмотреть и тоже обсудить. Спасибо, коллеги. Хорошо. Ну, вы знаете, вот опять прозвучало, да, самая сложная задача – дать стоимостную оценку. Нет такой задачи в мире, да, дать стоимостную оценку. Стоимостную оценку дает рынок. Значит, задача дать стоимостную оценку существует тогда, когда у вас нет рынка, когда вы его искажаете, когда вы его ограничиваете, когда вы его ликвидируете. Да, тогда возникает задача, как бы нам дать стоимостную оценку, как бы, тут науку привлечь и что-то еще. Я еще раз повторяю, стоимостную оценку точно дает рынок. Да? Поэтому есть два пути на самом деле. И может, да, экономисты думают о разных вещах. Да? Одни думают, как бы нам дать всему стоимостную оценку, между прочим, создавая в головах лиц, принимающих решения, идею, что можно решить все проблемы, что вот поручим экономистам, они там чего-то там дадут, дадут нам объективно обусловленные там оценки. Черт, это я опять в Советский Союз вернулся случайно. Дадут нам объективно обусловленные оценки, и мы так будем, и как бы можно вот без этого, да. И есть второе, да, о чем, что сложно, да, что чем-то связано, я как бы об этом говорю, да. И второе, о чем можно думать, да, давайте все-таки перестанем искажать рынок, давайте перестанем ему откручивать голову постоянно, да, потому что он нам много чего может дать, да, и сделать, и дать многие решения. Сделать их прозрачными, понятными и на самом деле помогать избегать конфликтов. Да, давайте, да, опять-таки, если мы посмотрим страны, в которых все это регулируется рынком, там же известно, да, там тоже часто возникают конфликты, да, по поводу строить, не строить и так далее и тому подобное. Я изучал многие такие конфликты. Как они решаются? Да? Они решаются очень просто. Да? Считается потери и доходы сторон. Да, в нужных случаях дают, скажем, городу нужно, потому что это повышает его доход. Значит, ну тогда тем, кто пострадал, можно, необходимо выдать компенсацию, потому что полученные доходы это позволяют. Да. И конфликты, несмотря на то, что они бывают очень острые, очень часто, да, решаются к взаимному удовлетворению. Значит, а у нас, да, конфликты, вы посчитали по-своему, любой скажет, что может посчитать по-своему, будет две системы оценок, вы со своей оценкой, другой, вот, а жители будут говорить, а мы хотим счастья, значит,
и тоже можем что-то посчитать. Ну, им предлагают критерии оценки счастья. На самом деле, да, война всех против всех. Вы знаете, я вот тут, да, мне понравилась идея о том, что мы, обсуждая экономику в городе или экономику города, все-таки на самом деле рассматриваем город. Вы знаете, я вот себя всегда считаю и называю там регионалистом, поскольку изучаю регионы, и всегда с большим уважением отношусь к тем, кто себя считает урбанистами, там не архитекторами, не даже градостроителями, не географами, изучающими города, а именно урбанистами. Потому что это очень сложное явление, которое мы с вами рассматриваем, и оно одним словом не описывается. Вот если пользоваться аналогами, которые сложились в региональной экономике, то там регион воспринимается и как квазикорпорация, и как квазирынок, и как квазисоциум, да, и как квазигосударство еще. Ну вот. Вот город примерно то же самое. Когда мы говорим, тот, что жилье и земля все измеряет, это такое квазигосударство или квазитерритория, там, ну, территория с какими-то атрибутами. Если мы говорим, что у нас есть какое-то там понятие, измеряемое в деньгах, тогда это вот квазикорпорация, и она там устремлена на максимизацию какого-то эффекта суммарного, чтобы город стоил дороже. Да, это вот другая теория. Есть квазисоциум, и я пытался это сказать, что вот там измерение счастья людей, тех, которые живут в этом городе, это и есть тоже, ну, некая целевая функция, если хотите, вот, к которой мы должны стремиться. Да. Здесь нет однозначного решения. Решения многоаспектны и вообще разновекторны. И вдобавок ко всему, то, что было правильно сказано, что не город, то Норов, и мы не можем сравнить там два города близлежащих, а уж тем более, извините, Москву там с другими, просто с муниципальными образованиями в нашей стране, которые тоже представлены в виде городских округов с одними полномочиями, с одними доходами, и городские поселения — это другие полномочия и другие доходы, там и, соответственно, и так далее, то здесь вот нет однозначного какого-то решения. Поэтому я за то, чтобы вот эту многогранность, многоаспектность мы всегда где-то в голове держали, когда начинаем приводить какие-то доводы, что нужно сделать именно так. Для вот той модели или для той целевой направленности, которая вот в данной задаче решается, это так. Для несколько иной будет другая целевая направленность. Спасибо. Спасибо. Ну, мне хочется, на самом деле, вернуться к теме человека в городе. Мне кажется, это действительно очень важная тема. И я хочу обратить внимание на то, что за последнее время у нас каким-то образом понятие «городская среда» свелось до уровня комплексного благоустройства. Вот я хотел бы вернуться к городской среде как к соотнесенности, как бы, скажем так, человека, городского пространства, восприятия человеком этого пространства и поведения человека в этом пространстве. Ну, мне было все невероятно интересно. Я для себя записал несколько мыслей. Первое, как мне кажется, все-таки, что мы действительно живем в ситуации такого парадигмального изменения и в экономике, и в урбанистике. И это как бы не случайно, потому что действительно, и вот Андрей Владимирович прекрасный дал нам пример, городская экономика становится мировой, я бы даже сказал, муниципальная экономика становится мировой, по причине того, что огромное количество экономической деятельности начинает концентрироваться вокруг проектов городской регенерации, вокруг проектного финансирования городских проектов и так далее. И регенерация, она гораздо более интересная в этом смысле тема, чем новое строительство. Да? Это регенерация уже существующих сред, и Европа, и Соединенные Штаты, там уже все как бы построено, да, и необходимо переосмысление вот этого самого урбанистического пространства. И в чем, собственно, сдвиг парадигмальный? В том, что пространство становится само активом. Да? То есть корпоративный подход к экономике, он по-прежнему существует, но вдруг появляется на этом фоне нечто, что еще корпоративным образом никоим образом не освоено. То есть это не корпорация, и город – это не корпорация, она корпорация в другом смысле, она там управляет бюджетом и так далее, какими-то проектами, но это, оно влияет вот на этот актив. Но много агентов, которые влияют на этот актив, но этот актив – это пространство и его качественные характеристики. Мы его пока, мы его чувствуем как архитекторы, градостроители и так далее, но измерять его не можем. И здесь важно не путать как бы бизнес и экономику, потому что бизнес – это там про прибыли и про все прочее, а кто-то, я не помню, говорил, может даже…
Маркс не к ночи будет помянут, да? Про то, что как национальный доход отличается от корпоративного. В национальном доходе зарплата – это основной как бы, источник роста, да, да, от дохода. Да. А в корпоративном – это издержки. Да? То есть менталитет, условно говоря, руководителя страны, который должен умножать национальный доход, и руководителя компании абсолютно разный. Один сокращает, руководитель компании эту издержку или держит ее в каком-то определенном состоянии, другой, по идее, должен его развивать. Я карикатуризирую немножко, там все чуть-чуть сложнее, но тем не менее, чтобы вот показать, насколько это по-другому выглядит и с точки зрения экономики, и с точки зрения градостроительства, вот этот вот, вот мы говорим сейчас про национальный, условно говоря, доход, про этот взгляд. И сейчас по этому поводу плывет и очень много в самой экономике. Вот есть такая группа, называется Beyond GDP, за пределами валового внутреннего продукта. То есть меняется методика его расчета. Понятно, что это немножко от лукавого, но сама по себе история очень интересная, потому что валовой национальный продукт попадает только то, что монетизируется, да, то, что имеет как бы денежную оценку. Но туда не попадает добровольческий труд, туда не попадает ничего, что касается наших каких-то социальных взаимоотношений, образа жизни и так далее. А это зачастую является прямым результатом организации городской среды и прямым результатом всего этого нашей политики там, по благоустройству и так далее. Поэтому в конечном итоге мы видим, что, например, такие странные для экономистов проблемы, как проблема безбилетника. Да? Вы живете в рамках вот этого города, вы платите налог, благоустраиваете его, а сюда приезжает огромное количество людей и пользуются этими благами, там, парками и так далее и тому подобное. Это на самом деле, проблема неразрешима, но это на самом деле хорошо. То есть по этой проблеме можно измерять, насколько этот актив улучшает свое состояние. То есть с корпоративной точки зрения это плохо, как же так? Они платят, мы платим, а они используют. С точки зрения вот этой вот новой, это как раз хорошо. Если мы посмотрим на то, вообще куда сейчас основные деньги идут там, в венчурной индустрии, это в основном стартапы вокруг организации городского пространства. Это Uber, это Airbnb, это всякий Urban Tech, Real Tech, который занимается в основном именно проектами взаимодействия людей с городским пространством. И да, мы можем увидеть интегральный показатель через стоимость на землю, мы можем увидеть интегральный показатель каким-то образом по-другому, и экономика в этом смысле – это не бизнес, а это система взглядов, которая с помощью денег все это измеряет. Но, как мне кажется, самое главное, что мы должны увидеть, и потом, может быть, придумать методики для этого и так далее, придумать мы точно сможем. Но вот переплавить, уйти от этого корпоративного взгляда, уйти от взгляда, который сегментирует город, к взгляду пространственному, что очень непросто, потому что все сидят в своих этих моделях, и даже вот наша дискуссия сегодня рассыпалась очень таким образом по отдельным каким-то вот этим вот каталожным частям. А вот для того, чтобы это свести, мне кажется, нужна дискуссия гораздо более высокого уровня, скорее сначала абстрактная, и только потом мы сможем ответить на вопросы на Рене, потому что сейчас на это мы не готовы. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, коллеги, мы, наверное, на этом завершим сегодняшнее наше мероприятие. Спасибо вам всем огромное. Ну и мне кажется, что, Алексей Викторович, то, что так как вот надо бы об этом рассуждать, я с этим абсолютно согласен, и, может быть, это должно быть не, так сказать, одна дискуссия, а какая-то конференция хотя бы. Вот, и если ситуация позволит в этом чудесном пространстве или в ArtPlay, может быть, мы могли бы это как-то обсудить потом. Спасибо вам большое.